Итак, господа и дамы, мы пришли во второй. А, да, с вами. Теперь пришла пора разбираться, что же у нас происходит здесь. Вне трансляции, если что, я немножко побегал. Я взорвал кузню, да, плюс доделал параллельный мир. Там, в принципе, немного оставалось, если честно, все быстро закончилось, так что... Да. Идем. Здесь разбираться, смотреть, что к чему. Я, помнится, выбегал на эту территорию, когда играл сам с собой, когда-то очень давно, да? Такая мерзкая тварь, смотрите-ка. И у меня такое ощущение, как будто все-таки уровни, знаете, немножко слетели у персонажа, именно вражеского. Привет, другари. Привет. Да если бы, к сожалению. Игру я тогда не прошел. Я вот остановился где-то вот во втором акте. Еще Орликан. То есть она не зависла. Просто почернел. What the fuck? То есть играть я могу, в принципе, да? Погодите. Погодите. Только не говорите мне, пожалуйста, что это перманентная какая-то херня будет у нас с вами. Если так, то этого просто не выдержу. Странно, я вроде бы ничего такого не нажимал. И ничего такого не говорил, чтобы такое произошло. Что вообще происходит? Не буди лихо, пока тихо, да? Будем сохраняться просто почаще. Вот и все. Эх. Коричневый броненосец с 10 уровня. Я прямо себя так ощущаю. Блин, я случайно, кстати, на него напал. Нихера себе, он жесткий оказывается. И случайно мискликнув, я настроил всех броненосцев против себя на эту карту. Просто замечательно. Ну что ж. Страдать как по полной, да? What a smell! I'm not sure I want to know what could cause such a rancid stench. Пахнет хуже, чем от тебя? Worse than me? Death knights do not smell. It must be the rotting odor coming from your boots that's confusing you. Ну вообще да, интересно, чем пахнут рыцари смерти? И да, явная проблема, короче, с уровнем в игре, с уровнем врагов, я имею в виду. Потому что стражники явно не должны быть третьего левела. Ну, с одной стороны, как бы и хорошо, да, потому что мы быстрее соперника закончим. Это нам только на руку, в принципе. Учитывая, сколько она проблем выдает, как бы, но немножко обидно, конечно. Самая малость обидненько. Ладно, проходим. Я просто читал, что такая проблема может возникнуть, да? Но что именно является ее катализатором, это я вот так и не понял в итоге. Наверное, то, что сама игра сделана кое-как по ходу. Ладно. Мы не в такой мусор играли, поэтому переживем как-нибудь. Надеюсь. Сохраняемся. Угу. И двигаем дальше. Не знаю, может быть, у меня карта как-то случайно улетела куда-то, непонятно куда. Но такого быть не должно, по идее. Мистиком, не иначе.
Что-то похоже на цивилизацию, смотрите-ка. Полноценный вход в темницу. Так, главное, вот этих вот тибарочков еще не задеть. Не хватало, чтобы они тоже против нас были. Наверное, пока в темницу не пойдем. Давайте пойдем в самый низ карты. Там осмотримся основательно. Потом уже вверх попрем. У меня подозрение, что здесь где-то тупик уже находится, да? И как бы... А, вот что было. Hello there. Wanna join us in partaking of this air fine vintage? Aye, and good wine it is too. Not like the horse piss we normally get. You're lucky enough. We'd kill you if there weren't four of you. Yes, if there'd been two of you, you would have been dead by now. Yes, yes. Stop moving around, will you? The odds are clearly against us. So, no fighting, only drinking. Buah! Ой. Чё они тут делают? Куда подевались фэпосы? А вот, вернулись. Так, с ним мы тогда чуть попозже зайдем. Давайте сначала здесь осмотримся, как бы. Просто запомним, что они там стоят, да? Тут же только что ходил, вот он. Здоровят. Какой-то призрачный немножко даже. Блин, старые игры, старые печали. Вот так вот можно характеризовать весь мой экспириенс, полученный пока что за прохождение этой игры. Но она, по идее, короткая, так что... Мы быстро с ней справимся. Надеюсь. Блин, я реально не помню вот этой твари. Броненосцев помню, вот этих вот муравьей, муравьев припоминаю, а вот этих вот козлов что-то не помню абсолютно. No! Don't hurt me! Don't take me back down there! Oh, you're not from Samuel, are you? Thank the gods! Did you escape from there as well? Not that it matters a bit. Not a bit. It's all for nothing. He'll catch me and you too. We'll wish we had never been born. I escaped just to end up trapped here by this lava? Yes, we're trapped, I tell you. We'll starve or Samuel will take us back to that place. Ну а как-то симпатично, кстати, должен признать. А что значит мы в ловушке? Are you blind? You see that hot bubbling stuff there? That's called lava. It will melt your skin off as soon as you touch it. And we're surrounded by it! I guess you must be one of the crazy folk. No way! I am not going to let myself burn to ashes in a damn river of lava. You can try it, but there's no chance I'm going to get any closer to that stuff. Что-то такое я припоминаю. Ну, бывай. Бум. Чудовище сделало бум. Так, давайте подойдем к лаве, проверим. По-моему, да. По-моему, там что-то по первым надо будет пробегать или что-то такое в этом духе. Не помню, или может это не приснилось вообще. Не знаю. В любом случае, пока нам еще это рано делать. Надо понять, куда дальше отправляться, в принципе. Yeah.
знакомый, кстати. Я вот это слышал. И что это вообще? Помесь дреуга какого-то и, не знаю, осьминога, что ли? Непонятное чудовище. Так, на этом мы на скале находимся, да? На которой больше ничего особо нет. Понятно. На этом мы на темнице находимся. Ну, сейчас туда пойдем, посмотрим, что там. Наверняка что-то полезное будет. Квест какой-нибудь, может быть. Ну, по-моему, где-то здесь находится деревня импов еще. Должна быть, по крайней мере. Halt. Здрасте. Who goes there? What are you doing down here? The prisoners are not allowed to have visitors. I wonder what kind of prisoners they're keeping here, outside the citadel. Здесь узники содержатся? Oh yes, like this loony imp, who's driving us mad with his constant babbling. Ну, пожалуй, пойдем. Wait a moment. I don't believe you should be down here. You're deserters, aren't you? То есть тюрьма рядом с еще одной тюрьмой. Lord Samuel will be pleased if I can present you to him. Give me all your weapons and come quietly. Does this idiot really think we'll give up? Considering you know what Samuel will do to you, I'm guessing you're not going to go quietly, right? But have it your way. It's been a long time since my sword arm got some exercise. Кошмар. Так, минус бомж получается, да? Ну, давайте смотреть, что у нас тут есть вообще. Надо прям максимально внимательно смотреть, потому что наверняка будет какая-нибудь хрень, которую я не замечу. Которая понадобится. Заперто, а ведь у меня ключ есть. Множество крыс. Главное по ним случайно не щелкнуть, чтобы не согреть. Монетки. Еще ключ. Сыр. А, ну понятно, откуда здесь только крыс. Из-за сыра. Они здесь все трутся. Так, ну-ка, ключ подойдет. Да, отлично. I told you, I don't know where gold is buried. Tell this squeaky maggot that we're here to rescue him. Although if you wanted to torture him, I'd be only too happy to oblige. У него шляпа классная. Но мы пришли тебя спасти. A human rescue me? Me find very strange. У него палка какая-то еще была. С собой. Но в его камере ничего такого я не наблюдаю, с чем можно было бы взаимодействовать, там книжки какой-то или чего-то подобного нет, поэтому скорее всего спасли и все. Я случайно мискликнул по крысам, блин. И они сразу все сорились просто. Ну, что за бред вообще? Вам пофигу. Они сами решили свою судьбу. Что поделать? Надеюсь, это не приведет к какой-то плохой концовке. Это что такое? Падающий какой-то непонятный. Ну и хрень. Тут вроде бы тоже ничего нет. Странная тюрьма пока что. Это что такое еще? Рахнит. Хм.
Это что за звук вообще? Сохраняемся. Так, еще один бесенок. Здрасте. You found me. Me wait for a long time here. Remember Taxel Hicks, you man? Ну, я его, кстати, помню, да. Yes, yes. Now you need rescue other imp locked in prison here, okay? Me wait outside for you and imp. Ладно, бывай. You 25 rescue imp from prison кстати. First. Then me show you way to leave island. Once, just once, I'd like someone to do something for us first. А кто он вообще? Important imp you must save. Show you are a friend of imps. Me know, but other imps do not. Он как Йода. He knows? The hell he knows. Натурально как Йода маленький. Так, вижу ключ в соседней комнате. На полке. Так, ну вряд ли за ящиками что-то будет здесь, но мы проверим на всякий случай. Мало ли что, да? Ну да. Так, ну двух импов мы уже спасли. Сомневаюсь, что здесь есть еще. Честно говоря. Ошейник. Можно взять. Давайте возьмем, вдруг пригодится где-нибудь, да? Потому что он выбивается из общей, как бы, концепции предметов. Ой-ой-ой. Эта тварь серьезная. Хотя, мало дамаги наносит. Найс. Ключ параллельного мира. Отлично. Ну, здесь, по идее, все. You did good. Now all freed, we leave. Follow me. Secret way over lava. Lava not really there. Ну, я же говорил, что там где-то проход будет. Через лаву. Be afraid? Lava only illusion here. Secret way to imp village is closed. Walking over hot lava? This imp is crazier than you are, human. Да ладно, тебе весело будет, Ниной. You have their descriptions, and you know my wishes. Yes, master. Find them. Yes, master. Hurt them. Yes, master. Kill them. Yes, master. Ну я понял, я понял, окей. And drink their souls. We can resurrect them later and torture them until the end of time. Yes, master. Смешно. Это было неплохо. We at in village. Me go now. Miss you later, you man. Me quite sure you'll need little tax again. You no need to thank me. Remind me who it was that freed that thieving little devil. Come, we go to my father, leader of imps. We say you help me. Father, thank you. Откуда лягушки появились, я не понял, что там. А твой отец старейшина бесов? Yes, father important imp. He chieftain. I'm so impressed. Шляпу сейчас снимать. Ех. Блин, рыцарь смерти в шляпе. Звучит круто, если честно. О, там кот бегает, нахера. Son, you back? We thought you lost for good. Who's that with you? A human and a death knight? Why you bring those to our village? They're dangerous. They saved me, father. Evil humans captured me, locked me up.
Really? Me thank you then for saving son. But you cannot stay. Humans not allowed in village. But they saved me. They saved my friends of all limbs. Son may be right. Not good to throw them out after saving you. Leave now, son. Me talk to them myself. Me thank humans for saving son. I never thought to see him again. Friendly humans. Who thought? A sign? A sign from gods, maybe? I have to ask shaman later. Какой такой знак? Why you here? Maybe you spies sent by demons. Здорово, see блядь. How many imps to enslave пока не похоже. Yet? Пока не похоже на царскув, наоборот, царство зумеров каких-то непонятных маленьких. Только смакатиков не хватает. Мы спаслись из крепости Сэмюэля, так-то. You were prisoner in Citadel. Maybe demons pay for your return. I talk later with Shy. Так, вот это уже напряжную тему начинаешь продвигать, чувачок. Human. Humans not to trust. Everybody knows. Shaman said so. Блин, ну шаман теперь так под shaman? Санкциями, кстати, находится. Not here if you need for decision. I decide now. You saved son, you free to walk in village. But be careful. If you ill behave, you be thrown out. Главное, случайно не напасть ни на кого опять. What a weakling! I bet he would even stop eating if the shaman asked him to. Понятно. А где рыцарь-то? Thank you for saving me. Она снаружи стояла. How was talk with father? Hope he was not too cold. Tell him we're still shivering. Честно говоря, он мог бы идти поприветливее. I feared it. Sorry, you must голос неприятный, но тут у импов такой, да, голос очень специфичный, я бы сказал. Как бы смурки, они похожи на смурки, как-то. Тоже в грибах живут. Блин, смурки же в грибах тоже жили, разве нет? Strange things in village. Imps disappearing. Spiders and fluge frogs are dying. More wild spiders have appeared. And fewer mushrooms grow. And there is a mysterious блин, я так давно смурфов видел, если честно. Походу, они реально в грибах жили. Ужас какой. А, что за мор? Some imps suffer from wild sneezing. Strange spots appear on their skin. And then the fever take hold of them. Talk to imps and find out. I asked shaman why he can't cure disease. But he's shaman, hungry. Кстати, по-моему, с двойным дном окажется. Он вроде как на Сэмюэле работает. Как нам отсюда выбраться? You won't leave this world? If you help imps, I give information. В 2010-м их видел. Блин, я их видел в 90-х когда-то, наверное, последний раз. Какие такие лягушки? The fluge frogs. Ну, я помню, like что они делали перезапуск какой-то вот, где-то вот в тех годах, как раз, когда... Ask a fluge farmer, if you wish to know more. His hut is in northeastern part of village. Там причем одна смурфета всего лишь на всю деревню этих смурфов. Плюс злые черные смурфы. Что-то такое там было еще, по-моему. Spiders are running wild. You can see in spider forest. But also spiders we know from egg. One broke free and escaped. But our spider breeder can tell you more. Так, стоп, я что-то про лягушку прослушал. Ну-ка, давай заново. The fluge frogs, they like imp cattle. Many were killed lately. Они их разводят, понял. His hut is in northeastern part of так, исчезновение бесов. Yes, a couple of imps disappeared lately. Nobody knows where they go. One of them was wise imp sage. You want to leave world? Так, ну пойдем к шаману опять. Не могу оружие убрать, ну ладно. Не страшно. Так, что у нас тут? Давайте посмотрим. Трагические ошибки магов. Часть 5. Время действия заклинания стратегии боевых магов. Книга. Трагические ошибки. Демоны, выходящие из повиновения. Разбивают иные. Порталы перемещения. Проходя сквозь магический портал, держите наготове оружие. Я так очень говорю, это можно собрать, если честно, воедино. Якобы.
Давным-давно в глубокой чащобе жила-была ведьма по имени Яра Жермен. Никто во всем мире не мог сравниться с ней красотой и умом. Когда ей сравнялось 32 года от роду, Яра Жермен решила удалиться от мира и ушла в леса. Я ее прекрасно понимаю, между прочим, да? Предание гласит, что там она напоружилась с могучим лесным духом, стала его возлюбленной и родила ему сына. Вот тут я ее понять не могу, конечно. Несчастье, мальчик родился уродом, больше походившим на зверя, нежели на человека. Все его тело покрывало коричневая шерсть. С возрастом он превратился в настоящее чудовище, убивавшее путников, осмеливавшихся зайти слишком далеко в лесные дебри. В конце концов, несчастный Яра Жермен пришлось положить конец чудищу, которым стал ее сын. Когда дух прознал о поступке своей бывшей возлюбленной, то в гневе удушил ее. Теперь он витает вокруг ее избушки вместе с призраком сына. Мрачная история. Мега Хелса. С этим повзаимодействовать никак нельзя. Me thank humans for saving son. Friendly humans. Who thought why you а, ну этот пастор диалог банально. What a weakling! I bet he would even stop eating if the shaman asked him to. Да-да-да-да-да, не ной. Деревенский бес. Фу, человеки, как от вас воняет. Натрите руки ноги с свежими грибами, это приглушит вонь. Бывай. Интересный рецепт. Так, ну надо с бесятами местными поговорить, получается, да? Блин, я бы очень хотел, чтобы они оружие у меня спрятали, если честно. Огненная кошка. Просто деревенские бесы. Чтобы, опять же, вот случайно, да, не кликнуть по персонажу какому-то и не сарить их. Берем одного человека, берем второго, получаем третьего. Надо попробовать. Надо обязательно попробовать. Be careful when venturing into Spider Forest. Some strange things going on there. A lot of villagers gone missing in past few weeks, and some rumors floating around about talking spiders. Ты веришь этим слухам? Oh, I don't know. Many things changed. Don't know what to believe. I just warn you. Говорящие пауки, получается. Так, но перед тем, как мы туда отправимся, давайте пойдем в параллельный мир, пожалуй. Затаримся, закупимся. Распродадимся. В плане новых предметов. Если все прогрузится. Ой-ой. Well, well, well. So this is the infamous human and his Здрасте. Dark Death Knight Shadow. Вы кто? Curious. You look somewhat familiar to me. Have we met before? Это не Камар. Yes, I remember. You were with the soldiers that attacked me when I tried to summon the artifact. Why has he brought us here? And how? How? Well, I summoned you. Either I've started speaking out loud, or this guy is inside my head. Засада. Of course I can hear you, Death Knight. It's easy for someone with my powers to sense your thoughts. Does this mean we've finally escaped from Nemesis? No, Death Knight. Summoning is always temporary. When the summoning is over, you'll be drawn back to your former world. I might be willing to bring you back to Riverlawn permanently. Ну, конечно, but first задание. I need you to perform a few tasks. Нет тут благородных людей. Что Do за задание? Do you really expect us to help you? Why not? You've already done things for much weirder creatures than me. Not that you really have a choice. You have been summoned, and until this summoning is over, you are under my command. Ну что-то мне не нравится, как это все звучит, если честно. Futile. Let's get this over with. What do you want? Patience, Death Knight. Patience. I need you to look for some crystal fragments. These crystal fragments are having some disruptive effects on their surroundings. You see. You'll even be doing a good deed by bringing them to me. Won't that be nice? Nice. What kind of effects, exactly? Hard to tell.
Chaos, magic, general havoc. You'll know them when you see them. I will teleport you near to where I've located each fragment. А что значит в окрестностях? Not too near. The energy of the crystal interferes with teleporting and summoning creature. I've put a spell on you, so that when you come into contact with the crystal fragment, it will automatically disappear into my realm. Shortly afterwards, I will bring you back here. I've already located one of the fragments inside an abbey. I'll send you there, but be warned. Nobody knows what kind of effects the crystal fragments cause. А у тебя есть что-нибудь на продажу, чувак? For the first time, I'm doing business with someone I've summoned. Так, давай определять то, что у нас есть. Ой, с ним даже особый инвентарь не лагает, что самое приятное, кстати. Группа. Ну так, подлагивает, конечно. Так. Большие кристаллы защиты, кстати, у него есть. Давайте колечко купим, наверное, все зелья. Амулет возьмем. Жезл мне ни к чему. Послушай, что кота за окном слышно, этого быть не может. Откуда ему там взяться? Так, по рукам. Не хватает, серьезно? Тогда давай уравняемся немножко по деньгам. Ладно, забирай кольцо, не буду его опознавать. Готово. Чему-нибудь обучить можешь? Улучшение куклы. Кукла. Enough. You can't expect me to teach you all my tricks. Когда нам отправляться? No more time wasting. Remember, just touch the crystal when you find it, and I'll bring you back a few minutes later. What? Where have you come from? You aren't prisoners, but you don't look like these madmen. What madman is she talking about? The paladins came to my village and took me. They said I'm a witch. Это действительно ведьма? Honestly, yes, I am. Oh, I have been a selfish and cruel woman in my past. Some of my former deeds were unspeakable. The paladins were right to come after me. Why does she think the paladins are mad? In order to get to me, the paladins slaughtered the whole village. Men, women, and children were all crushed. It was horrific. They did nothing wrong. Я, кстати, помню это место, оно запарное. Тут ловушек до хирища, помню, было. Хочешь, чтобы мы тебя освободили? No. The key to this door is held by the Paladin commander. I doubt it can be unlocked any other way. Besides, I deserve to be locked in here. I must contemplate my former misdeeds and seek some salvation within myself. It sounds like this witch regrets her past crimes. But what she says about the Paladins doesn't sound like the normal behavior of those goody-goody knights. Но походу реально кристалл. I think you're right. Crystal? One night there was this strange light near the abbey. I heard the Paladins talking about a crystal. They thought it was a gift from the gods. Ever since then, the Paladins have begun to act strangely. You need to find this crystal. Блин, прикиньте, был бы какой-то средневековый SCP, да? Avoid harming them if you can help it. Меня на это натолкнул. I'm sure they are not responsible for their behavior. Звучит круто. Перспективно, на мой взгляд. Normally. Давай. Так, давайте разбираться с нашим инвентарем. Да. Держи хороший этот самый и колечко держи еще тоже. Давай тебе вот так вот поднимем. И вот так, пожалуй.
но для тебя у меня ничего нет, поэтому... Да, вот так вот раскидаемся. Так, воин, специалист ближнего боя. Даже больше двух человек учить, это ты, смотря о чем говоришь. А, я понял, о чем ты говоришь, все, понял. Ну, в принципе, да, если хорошенько постараться, то вариант довольно большой. Шанс, точнее. Так, давайте к смертельный удар, наверное, качнем тебе. А, что с тобой? Ну, просто урон до 5, наверное, поднимем, да? И можно что-то новенькое, наверное, взять. На обнаружение ловушек, например. Да, давай. Ты же не автоматически должен это делать, а... Точнее, наоборот, это будет автоматически происходить. Надеюсь. Стэтхэм бы занул, конечно. Спорить не буду. Так, а я могу отсюда телепортироваться, интересно? Давайте попробуем. А, вот, теперь я действительно нахожусь в правильном мире. Так, я начинаю путаться немножко. То есть, получается, меня некромант все-таки полноценно перехватил. Ладно. Придется нам здесь попотеть, чувствую. Ну что ж, я готов. A death knight here? I must wipe your vile presence from this а вот place Паладин, at once. Like he wiped out the villagers? Но ведь на твоей совести смерть жителей целой деревни. The people of Alaroth deserve to die. They did not walk the path of the gods. Their souls were damned. I was doing the world a favor by obliterating them. А что насчет детей? Especially the children. Little demons waiting to flourish. Look at his eyes. He's clearly insane. Under different circumstances, we might actually get on. Готов. Да, уровень явно глюканул, короче, на персонажах-врагах. Жаль, натурально жаль. Но, что поделать. Что есть, то есть. Блин, там сокровищница так. Ага. Немножко монетки я все-таки умудрился своровать. Хорошо. Но буквально чуть-чуть. Золотой ключ. Ну-ка. Да блин. А от чего он тогда? Как-то здесь подозрительно спокойно. Обращение с щитом. Щит — ваше главное средство защиты в бою. Помните, щит спасает лишь от ударов меча. Щиты бывают разного веса и размеров. Понял. Сражение против рыцарей. Рыцарь в тяжелой броне — смертоносный противник. Его доспех состоит из защитных металлических пластин, надежно облегающих тело, руки и ноги. Ну и голову тоже, если что. Многие рыцари носят также шлемы, закрывающие большую часть лица. Излюбленное оружие рыцаря – меч, чем боевой топор, копье и щит. В сражении против такого рыцаря следует оборачивать недостатки тяжелого доспеха в свою пользу. Броня делает воина малоподвижным и неуклюжим, поэтому битва против него лучшей стратегией станет скорость и ловкость. Ну, я бы не сказал, если честно, что это действительно так, но ладно. Так, лестница наверх. Надо вот, кстати, около каждого такого прохода, выхода, да, сохраняться на всякий случай, чтобы в случае вылета можно было это как-то профиксить.
Винишка. Огненный шар. Самый верный путь для начинающего мага — оказаться в могиле. Пепел с местным веником в совок. Традиционная кухня бесов. Пирог с грибами и бормотухой. Вам потребуется сдобное тесто в достаточном количестве. 455 граммов различных съедобных грибов. Не берите черных рамси, они слегка горошат, хотя и считаются съедобными. 55 граммов лягушачьего масла. Правильно ли я понимаю, что лягушки дают молоко? 250 миллилитров лягушачьих сливок. Ой, господи, фу. 2 столовые ложки муки, 1 средняя луковица, пряности по вкусу и несколько мер бормотухи. Выложите половину теста в форму диаметром 20 сантиметров. Лучше всего брать знаменитое тесто матушки Дули. Блин, сковородка. Ну, у меня, кстати, да, стоит сковородка недомытая. Надо будет потом пойти после стрима ее почистить. Ёпрст. Крупно порежьте лук и обжарьте его в лягушачьем масле, так, чтобы он стал золотисто-коричневым. Что ей захотелось. Посыпьте обжаренный лук мукой. Постепенно влейте сливки и размешайте так, чтобы не осталось комков. Добавьте пряности и бормотуху. Затем всыпьте в смесь грибы и оставьте томиться на затухающих углях. Выложите начинку поверх теста и прикройте второй половиной. Выпекайте в горячей печи примерно полчаса или до тех пор, пока слюнки не потекут. Эх, блин, сейчас бы пирожок. Нет, грибы с бормотухой, то есть с алкоголем каким. Банально. Каждый год герцог Фирольский отбирает несколько мальчиков 7 лет, из которых станут готовить пажей. Мальчики изучают светские манеры и этикет. Опытные рыцари учат их ухаживать за оружием и доспехами. К 14 годам юноши становятся оруженосцами. В обязанности оруженосца входит приготовление пищи рыцарям, уход за его одеждой и помощь в одевании. В день, когда оруженосец становится рыцарем, он облачается в белые одежды и несколько часов молится в замке Stormfist. Мы были в том замке, кстати. После этого он сменяет одежду на доспех, и уже его личный оруженосец подносит ему меч. Жрец церкви семи богов прикасается тупой стороной меча к его шее и берет с него клятву верности. Вот так. Так, ну это повтор. Ох, горячо, дуй на палец. Когда бродишь по лесам серой пыли, внимательно гляди под ноги, чтобы не пропустить находку. Можно обнаружить небольшие красные светящиеся камни, типа аватый на ощупь. Не вздумай брать их голой рукой, они тут же накаляются и обжигают даже сквозь карман. Так, невероятные приключения Ротбарга. Игра 2000-х, 2004 года. Вместе со вторым Half-Life'ом одновременно вышло. Так, ну про Ротбарга мы читать, пожалуй, не будем, воздержусь. Бесы и прочие расы, написанные столиком бесом. Всем известно, что бесы расселены по многим мирам. На Ревионе им приходится уживаться с людьми, эльфами и гномами. Люди — грязные дылды, эльфы — заносчивые дылды, гномы — крикливые дылды. Бесы же обладают умеренным ростом и превосходят прочих умом. Величайший герой всех народов был рожден бесами. Ангкс вернул в мир благословенного при помощи своих слуг эльфа Брантиона, мага Зандаора, это вот про первую часть, кстати, рассказывается, гнома Эола и прочих, вслед за тем благоговенный победил злого демона лжи. Было дело, да. Мы там сражались. Лимонный сироп. Очистите кожуру с лимона, выдавите сок и прибавьте столько сахара, сколько сочтете нужным. Затем варите до тех пор, пока жидкость не образует сироп. Довольно простой рецепт, кстати, слушайте. Белый лев. Про белого льва мы, кстати, читали, я помню, в прошлой игре. Анчоусы и сардины с начинкой. Чтобы начинить анчоусы или сардины, удалите голову и кости. Сделайте надрез вдоль хребта. Для этого лучше всего использовать узкий и очень острый нож и поместите рыбу в горячую воду. Приготовьте начинку из розмарина, шафрана, пряности и филе какого-либо другого вида рыб. Начините анчоусы или сардины, полученные смесью, и изжарьте их в масле. Ну, я рыб не люблю, поэтому. Грибы – ваши меньшие братья. Часть первая на столе. Вкусный суп из желтоножек. Вам потребуется 300 грамм желтоножек, 2 литра куриного бульона. А интересно, кто-нибудь пытался эти рецепты притворить в жизнь? Было бы прикольно.
1/2 стакана сливок, 600 граммов тертого лягушачьего сыра. Ну, блин, вот то, что тертый лягушачий сыр, конечно, это очень странно. 300 граммов свинушек, это грибы такие, черный перец и соль. Дайте бульону закипеть и добавьте желтоножки. Оставьте их покипеть несколько минут и добавьте сливки, перец и соль и толченые свинушки. Убавить огонь и варить 10 минут. Перед подачей на стол посыпать тертым лягушачьим сыром. Хрустящие яблочные дольки. Очистите и нарежьте яблоки, затем уложите их в плоскую форму. Посыпьте сверху смесью из сахара, овсяных хлопьев и корицы. При желании можно также добавить толченый грецкий орех. Грибы – ваши меньшие братья в стране чудес, часть третья. Все знают о галлюциногенных свойствах грибов, однако эта область дает еще множество сюрпризов. Чтобы страна чудес стала истинным раем, нужно подобрать правильную смесь грибов, которая не будет давать побочных эффектов. Это интересно. Это любопытно, но, к сожалению, не прочесть, что там имеется в виду. Ночной тарарах. Ночью, когда дедушка палец сломал, вся деревня проснулась от грохота, кроме дядюшки. Он плохо слышит из сестры, а на вечером... Чего? Ладно, пожалуй, воздержусь. Так, ну мы вроде бы здесь совсем закончили, да, поэтому двигаемся. Открыли заодно здесь дверцу. Истинный амулет какой-то нашли. Ну, все, можно двигаться дальше. Только не совсем понятно, как мне к бесам потом вернуться, но, наверное, когда мы здесь закончим. А это ли не тот храм, который был в первой части? Очень уж похож, если честно. We protect the holy crystal. Да, реально похож. Your evil hand shall not be allowed to desecrate its sanctity. Не ори. Кольчужные поножи. Так, ну ключей я не вижу, поэтому. Блин, вот это классная анимация, кстати. О, господи, это кот меня напугал. Туда не пройдешь, да? Так просто понял. Оружейный шкаф, но он заперт. Скорпион неожиданно здесь взялся откуда. А ты-то откуда взялся? Товарищ скелет-воин. Ай, блин, гадство. Ну вот эти типы, кстати, высокоуровневые. Это приятно по-своему даже. Но я, по идее, это место покинуть не могу при всем желании даже, да? Но мы можем за пределами территории немножко побегать. Осмотреться, покачаться. Давай. Это что такое? Слизень, о господи. Ну, давайте пробежимся. Снаружи. Кабаны. Тигровые какие-то. Ля. Я когда теперь кабанов вижу, каждый раз вспоминаю Димансинове в компьютерных играх. Вот такое вот странное у меня теперь видение кабанчиков, да?
Блин, а правильно ли я понимаю, что мне потом придется назад идти абсолютно другим путем? Ай, блин. Потому что там же прохода-то не будет. Ой-ой. Ну да, придется немножко поизгаляться в этом плане. Так, немножко глюков получили, класс. Мы сейчас должны пройти, по идее, да, вот, слава богу. Здорово, Бритвич. Да, снова пиксельная игра. Ну, блин, надо же их проходить все-таки как-никак. Ну, подумаешь, они вызывают баги. Подумаешь, да, они идут кривые косо. Ой. Это меня не останавливает. Это наоборот, как Dark Souls от мира компьютерных игр. Тоже определенного рода сложности. Тихо. Такой вот не каждый сможет пройти. Блин, я случайно по лягушкам нажал, ну ёпарсло. Виден бог, я не специально это сделал. Отстой. За ней даже опыта не дают. Ну ладно. А, нет, здесь можно пройти спокойно, ну слава богу. Это радует. Сейф. Ну, даже несмотря на то, что игра, как бы, да, идет несколько странным образом, да, она мне все равно нравится. Она не лишена шарма, на мой взгляд. Даже отражение в воде есть у персонажей, прикиньте, да, игра, блин, выглядит как пуль с дерьмом. Но такой вот приятный бонус, да, в наличии. Ну, хотя, что я, в принципе, ожидаю, да, от игры 2004 года, чтобы она выглядела получше, чтобы были крутые фичи. Получше она, к сожалению, не выглядит, но вот крутые фичи в виде отражений в воде есть, да. Ай. Так, главное, кота не замочить. Могилки. Там не то чтобы что-то интересное было. Ну, что-то скелет вомнят как-то. Основательно причем. Так, обходим котов. Мы и так с левушками напортачили немножко. Да, пускай искусственный интеллект с ним разбирается. Угу. Причем самое примечательное то, что у меня, как бы, ну, пиксельных игр заготовлено еще довольно много, да? В списке, поэтому. Не расслабляйтесь, ребята. Дальше будет только хуже. Эх. Дальше будет только хуже. Выживут как бы сильнейшие, потому что пока ты ждешь 42-й билд зомбоя, ты готов пойти намного вперед. На самом деле это не ради зомбоя все делается, естественно, а потому что, ну, мне в принципе нравится играть в старенькие игры. Так как они не лишены шарма, на мой взгляд. А вот в этой, кстати, шарма не занимает. То есть, ну, она довольно обаятельная, на мой скромный взгляд. Стрелы эфира мне неинтересны. А почему я могу взаимодействовать с декоративным оружием? Странно, ну ладно. Ничего не дает.
кстати, точно, я же кристалл нашел, точнее купил. Или я его не купил? Я же вроде брал. Да, я его просто этому передал. Так, давай джифану его тогда. Это вытаскиваем, малый кристалл, вставляем большой, да. Все, осталось только большие кристаллы других этих взять. И, в принципе, наша сумка готова будет к дальнейшим испытаниям. Сейчас, погодите, у меня нога чешется просто катастрофически. А. Вижу монетку, кстати. Блестит под грибами слева от нас. А, это янтарь, 7 штук, к тому же. Ну, ладно. Переживем. Я из-за здания не мог смотреть вот это вот все. Ну ладно, пофигу. Так, ключик надо взять, кстати. Оп. Трактат. Одним осенним днем, когда я прогуливался по саду, в голову мне закралась интересная мысль. Я стал размышлять, отчего листья и фрукты падают на землю, они не устремляются ввысь, не улетают в стороны, не остаются на месте. Большинство из нас принимает этот феномен как должное, но я вижу, что здесь заключен некий важный закон природы. Заинтересовавшись этим вопросом, я обнаружил, что до меня было высказано множество мыслей и предположений. Одно из самых интересных предположений было высказано 60 лет назад порочим мыслителем Хугаром. Он считал, что Земля притягивает меньшие предметы благодаря своим размерам. Поскольку Земля необъятно велика, еще ни один смертный не видел ее внешних пределов. Она обладает способностью притягивать огромные предметы, даже такие как горы. Развивая эту мысль, можно предположить, что будь мы настолько малы, чтобы умещаться на, скажем, яблоке, мы бы обнаружили, что к его поверхности притянуто множество еще более мелких предметов. Яблоко — это такой же мир, как наш, только крохотный. Если подтвердится, что каждое тело обладает способностью притягивать меньшие тела, нам откроются тайны, над которыми ученые ломают голову долгие века. Мы узнаем, от чего перемещаются звезды и планеты, и почему стоит горничной взять неделю отпуска, по всему дому оседает пыль. Конечно, пока ученым не хватает доказательств, нужны годы и годы исследований. Да, вот про горничную, конечно, это он дело говорит. Так, ну про рыцаря я читать не хочу. Это тоже не особо интересно. Двигаем. Так, сейчас явно будет какая-то битва судьбы. Нет? Ну ладно. Наполненный Грааль. Серп. Интересно, что я сделал. Вроде ничего не произошло. По ощущениям. Ага, все-таки кто-то пришел, да? Ну, нравится. What are you doing here? Have you come to destroy us? Tell this lunatic. We've come to save him by removing the crystal fragment. Мы пришли, чтобы спасти вас. You killed my men. What about him? Ну, было дело. He captured a harmless female and wiped out a whole village. А ты пленил невинную женщину и прибил жителей целой деревни. Harmless woman? I think not. That witch tortured the villagers and killed many children. That was the reason we went to the village in the first place. But there is some truth in your words, human. I don't understand how we could have killed all those villagers. It was as if a dark cloud of evil had settled upon us. Ну, всему виной осколок кристалла. The crystal? We thought it was a gift from the gods, but... Sir Akin, the witch has broken free. She's summoning creatures. It's turning into utter chaos. We have to stop her. She will kill us all. Помочь? We can use all the help we can get. Но сначала покажи парочку классных приемов. Так, ну ладно, я у него, наверное, ничего брать не буду. Now, we have to hurry. Давай. Что, нам обратно в подземелье, что ли, надо прилететь? Ну, пошли. Благо, это недалеко. Ох, ёпки. Чё пугать-то так, а? Ну, гаргулий всего лишь третьего уровня, поэтому...
меня они не сильно напрягают. А вот она. All must die. Собственно, soon персоной. Your souls will be free. Вот она 13 уровня, может по щам надавать. Но не успел, слава богу. Что ж. Хорошо. Пойдемте к паладинам. Отчитаемся. А. То есть мы теперь должны ждать, когда нас некромант сам телепортирует, да? Ну, в любом случае, пошлите к паладинам. Вдруг там опыты накинут основательно. Thank you for helping. If you hadn't come and removed the crystal, we would still be under the influence of... What? What's happening? The necromancer is teleporting us away! Ну вот, да, я же говорил. Так, ну давай все-таки глянем. Двуручная, 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 да? Угу. А, у меня денег даже нет, ни хрена себе. You were successful. I see you were the right choice. One thing before I'll unsummon you. Чего? I have reason to believe there are also crystal fragments on the world you come from. They have the same disruptive effects as here on Rivalon. We just saw the effects. The spell I put on you should also work there. Just touch the crystal fragments. I'll summon you again when I found the location там, of the other crystal fragments on Rivalon. I have the feeling we'll meet again soon. Bah! Go to hell! Well, I was there, little Death Knight. It's not worth the trip. For the first time I'm doing business with someone I've summoned. Вот уж согласен, там явно ничего хорошего нет. Так, давайте все-таки действительно опознаем наши предметы, но вот они, да. Поножи. Жезл, ушки, амулет. Давай, пока. Где ты вообще? Please help me. Brother has fallen into a hole and can't get out. I hope he hasn't broken anything. Пахнет ловушкой. Could you please climb down and get him? Why doesn't she climb down herself? Or any of the other imps? And why is she whispering? А почему ты шепотом говоришь? Shh! Keep voice down. Don't wake monster in a hole. A monster? I'm glad she told us about this minor detail. My brother wanted to go looking for gold. I told him he crazy, but he climbed down and then slipped. Oh dear. Now nobody wants to climb down. Afraid monster wake up. You help me? Ладно. Help. I knew you would. Please hurry. Ну полезли. Что тянуть там? Рубин. Тут много сокровищ, так слушай. А, вот и тельца бесенка, кстати. На земле лежит бес и не подает признаков жизни. Растормошить его. What happened? What am I doing here? А, вон еще ночь. Who are you? Who sent you? Сестра твоя нас прислала. Oh, thank you. Think I can manage to climb up on my own now. I not want gold anymore. Monster can keep it. Так, ну вот мы от сокровищ не отказываемся. Забираем. Конечно, мелочь, но приятная. 22 уровень. А, ну нормально. Фигня. Как нифиг делать, раскидали. Так, большой зазубренный меч, отравленные стрелы, деньги. Второй уровень параллельного мира.
арбалет забираем, руну забираем, жезл забираем, деньги забираем. Остальное неинтересно. А, какой-то ларчик. Беспонтовый, к сожалению. Куртяшка, лук. Монетки. Все, на выход. Но пока мы идем довольно уверенно, что приятно. I wish you wouldn't give me that kind of look. But still, at least it's nice for me to be getting some attention for a change. How can I thank you? Maybe I show you gratitude later today. Tonight, maybe. She's got to be joking. Я бы на это посмотрел, если честно. No, ну, не в том you're плане, not но... interested? Too bad. I would really make you feel comfortable. You sure ну, you're not safe tonight? Let's get out of here. Now. Интересная картина, на мой взгляд. Очень даже слишком интересная. Так, ну это деревенские бесы тут тусуются. А где я сам-то нахожусь вообще? А, вот деревня, то есть я, получается, слева. Угу. Давайте мы в ту сторону и пойдем. Жена беса героя. Sweetie, I told you to clean up kitchen. Oh, it's you. Thought you were husband. Sorry. The coward just ran off and left me with all the housework. Она продолжает бормотать свои бесовские ругательства. А что случилось? Well, husband is problem. He been gone all day now since I told him to clean up mess in us. But he been drinking again instead of helping me clean up. Надо будет найти беса героя. You tell him to come home at once, eh? Ладно. At least somebody knows how to behave around here. You'll recognize him easily. He's always surrounded by other imps who believe every foolish word that comes out of his daft mouth. As if he's ever done anything heroic. Понял. Сделаем. Шамканье и плохая память. Причина гибели большинства магов. Эх. Так. Деревенский бес. Очень много бесов. Пауковод. Ануракс. Любовь наш на опушке. Изящный роман Себеса. Поэта. Повстречал ее бес у опушки, где растет небольшой мухомор. Тихо птицы в ветвях щебетали, вторил стройный лягушачий хор. Уже неплохо. Как алела блестящая шкурка, ветер спора расшвыривал в ночь. Бес бы отдал все золото миром, чтобы она не гнала беса прочь. А теперь заново, нет, заново, пожалуй, не стоит. Ну, неплохо, неплохо. Мне нравится. Есения нам попахивает немножко. Постарайтесь поддерживать равное количество мужских и женских особей на своей ферме. Это поможет избежать лишних драк в брачный период. Поддерживайте мех паука в идеальной чистоте с помощью мягкой щетки. Расчесывайте шерсть по направлению от колена вниз, а пауку это очень нравится. Хочется паука почесать. Так, обижая молодых пауков. Используйте седло с легко отстегивающейся пряжкой на тот случай, если вашему скакуну вздумается взбрыкнуть и погнаться за мухами на потолке. Помните, две ноги хорошо, а восемь еще лучше. Тут не спорю. Human in our village. Not prisoner and fully armed. Strange times indeed. No wonder. My spiders run wild. Ну, как деревенщина говорит, типичный американский. Spiders are my babies. I'm there when they hatch. I know their moods. Hell yeah, brother. They're always so friendly and calm. I'm about to start crying. Recently, my spiders are wilder, more unpredictable. I have to be careful when milking them for poison. One almost bit me. А как можно выдать паука? Ой, ладно, не хочу об этом думать. Почему они стали дичать? Maybe they feel increasing wilderness of other spiders. I don't want to leave them, but I have to go. One baby escaped and needs to be found. But no imp will approach it. Now he's thinking, we just might be crazy enough. It's difficult task, but if you bring back Spider,
I will be grateful. Насколько благодарен? I can prepare weapons with special poison. I have one ready for you. Ну хорошо. Что ты можешь нам предложить? Давайте посмотрим. Venom is most effective. Давайте, наверное, сначала определим наши предметы некоторые, да? Которые мы вот недавно подняли. Для продажи. Угу. Теперь давайте продадим часть барахла. Вот это забирай, получается. Вот это тоже забирай. Угу. А то монеток у меня не так уж и много, если честно. Угу. Так, а что ты продаешь? Ну, это малый кристалл защиты от яда, к сожалению. Был бы у тебя большой. От магии духа еще есть. А, у тебя денег ни хрена нет, блин, ну ладно. Давай тогда хотя бы так. По мелочи. Так, отравленное оружие заманчиво. А как паука живым вернуть, интересно? When did you last have a bath, human? Ну, надо грибами натереться, я уже это читал. I not know. Normally, alchemist could do it, but he exiled. Maybe he left something behind. If you do get near, tickled spider on right side between second and third leg. It should follow you then. But don't tickle it on the other side, or it will attack. Mm-hmm. Will you help me? What? Tickling spiders? Me? A death knight? Death knights do not tickle. Ладно, поможем. Excellent. Remember, bring spider alive. А кто тут? My name is Anorax. I'm local spider rancher. И что ты знаешь про болезнь? I have no problems at all. I hope illness does not hurt spiders. А что-нибудь странное происходило? Spiders behave strangely. They are wild and unpredictable. The wild spiders captured one of my egg finder recently. And there's another strange thing. Ну-ka. Of course there is. Strangeness is coming out of the walls here. I'm not sure why, but recently I mix up directions a lot. Чересчур. Путает стороны, значит, надо его не с правой стороны чесать, а с левой стороны чесать. Паука этого. I constantly mix up left and right. Mm-hmm. I can't help it. If you ask me which side your heart is on, I would say right. Maybe I'm ill. I think it is really important somehow. Тут я согласен, да. А что ты знаешь о шамане? If shaman takes control of village, we soon start killing again. My spiders stand ready to strike. Понятно. Ну, ладно, идем отсюда. Так. Ладно, давайте вверх, наверное, поднимемся сначала. Надо хата алхимика найти. Блин, это деревня здоровенная, так слушай. Так, ну это хата шамана, я помню. Тут, по идее, тупик должен быть, да? Да. Тут лава везде, мы отсюда пришли, по сути. Ну, а ты кто? No impasse here. Oh, it is you. Proceed to forest if you want, but be careful. Shaman warned us forest full of dreadful creatures. Mm-hmm. Так, там проход на вражескую территорию. Туда мы чуть позже пойдем. Давайте сначала по деревне пошатаемся все-таки немножко. А, оружей. Здрасте. Everything you desire, you find here, human. I don't cheat customers like other merchants here.
I don't sell rat bones and say they're Tybar. Hmm. As long as you got gold, my friend, you welcome. Резец, топор. Хорошее колечко. Ну, кольцо, может быть, куплю, кстати. Мне вообще Валуря новая нужна так-то. Одноручная какая-нибудь. Ну, у тебя особо и нет ничего такого, да? Здорово, Хобот. Да, так и есть. Полностью согласен, потому что жарко до безобразия. Что есть, то есть. Traps. Secret. Сохраняемся на всякий случай. Hey, leave lever alone. Opens. Oh, never mind. Just get away from lever. Интересно, что он там скрывает. Не дает. Прожать, к сожалению. Ну, может быть, потом узнаем, не знаю. Так, ну давайте отправимся, наверное, в параллельный мир. Там поторгуемся немножко, да. Так, что за поручение? Бродит некий Киоп. Займемся. Показывай, чем торгуешь. У тебя просто зелье получается, да? Но у меня зелья довольно много, поэтому пока закупаться не буду. Забей. Так, ты. Сапфировый амулет. Так, ну ладно, квест на сапфировый амулет берем. Что можно купить? Давайте посмотрим. Planescape вообще планирую, да. Но когда я до него доберусь, не знаю, честно говоря. Потому что, блин, я много чего хочу пройти, да. И выбор слишком большой, как бы. Но в планах он есть, да. Спорить не буду. Рано как и Арканом. Арканом тоже хочу добить все-таки. Раз мы его начинали. Ну и Icewind Dale тоже посматриваем. Так, не добрался до конца. Могу понять. Натурально могу понять. Блин, хороший доспех, но 46 силы требует, к сожалению. Ну, когда-нибудь мы, надеюсь, все-таки доберемся. Арканом 4 раза прошел. Вот прошел бы 3 раза, смог бы тогда Planescape пройти. Ну, я, кстати, слышал то, что Planescape прям 10 из 10. У меня много кто из знакомых его проходил, и все очень хорошо о нем отзывались, кстати. Поэтому, да. Когда-нибудь тоже до него доберемся. Так, давайте немножко распродадимся. По рукам. Хорошей брони у него, к сожалению, под меня пока нету. Так. Стараемся помочь. Что у вас есть на продажу? Оружие нужно. Ну, что-то как у тебя вообще выбор ни о чем. Да, мужик, ты меня разочаровал. Ничего не скажешь. Адам? Что за Адам? Что это? Дайте загуглю. Ой, не. Не. Так далеко я вряд ли пойду. Я хоть и любитель старины, но не настолько. К сожалению. Полинарль такой можно заказать, в принципе, он может ворваться. Подобного рода вещи. Так, кольца, амулеты, амулеты, кольца, посохи, сапоги, средний кристалл защиты от магии земли. Давайте возьмем.
Так, сумка. Красненький получается, да? Нет, это от огня. А это от чего? Магия воздуха. А это от чего? А, это от магии тени, причем средней, кстати, да? Давайте, наверное, от воздуха пока. Угу. Пойдет. Был аддон с графикой для нефагов? Знаю я эти аддоны с графикой для нефагов. Но не. Я вот, допустим, в катаклизм таким же макаром врывался. Ничем хорошим для меня это не кончилось. Так, чем торгуешь? Ничем интересным. Ладненько, на выход отсюда давайте. Прохождением этой параллельной пуфты я займусь вне стримов, наверное. Так, давайте ходить бродить. Тут очень много котов и лягушек, кстати. Шаман, тот самый, кстати. So, you prisoners? Да, но теперь мы в гости. You only live because I wasn't here when Chieftain made stupid choice to let you in village. But God still might decide you die. И кто такой вообще? My name is Secret. You think you can put a spell on me? И что ты знаешь о богах? The gods speak through me, and gods speak with deeds. Gods are not pleased with way imps going. Gods bring chaos and illness to punish imps. I told Sage, but he not Даже 20 лет — это самое правильное решение, кстати, да. Самое правильное решение. Может быть, действительно дойдем когда-нибудь до этого все-таки. Так, где сейчас мудрец? He was fool. Always argued about wishes of gods. Always thinking alone in empty cave. Now he's gone. Так значит, хаос не спослан богами. Gods are angry. Imps suffer because leaving old ways. Sage always saying, find a new way. No sacrificing of imps anymore. Now God's angry. Сурово. И что ты знаешь о болезни? Don't put nose in things you not know. Illness sign of the gods. Gods wanted Imp Eater killed, but Sage and Chieftain say only exile. Понятно. Так, тарелки, ключ. Вот ключ надо взять, кстати, будет. Татурикс, предупреждаю последний раз. Неси золото для богов, или они прогневаются на тебя. Шаман. Жертвоприношение предков. Друбатикс. Тема моей книги породила многие споры среди историков, которые традициями бесов занимаются. Не секрет, что бесы некогда живых существ на алтаре закалывали тем способом, отдавая дань шаманам и благодаря богов за то, что дали нашему народу жизнь. Позже мы отказались от этой традиции, символические подношения золотом предпочтя. Теперь же все больше бесов пытаются старую практику жертвоприношения вернуть. В этой книге я назову причины тому. Тряпку какую-то забрал. Там была ловушка, оказывается. А когда я сохранялся в последний раз? Давно, на самом деле. Блин. Покусали, да не то, что покусали, обоссали и выкинули на мороз просто-напросто. Ладно, давайте еще раз сходим, пообщаемся. So, you only... My name is... The gods speak through me. Gods are angry. He was fool. Gods are angry. Now you pray to him, God, and ask forgiveness for... Так, ну мы просто не будем сейчас трогать эту штуку. Есть сундук дурацкий непонятный. Бегаем дальше. Кабанчик. Балдеют. О! Это что такое? Жаба, это жаба? Так, подозрительный сундук. Знали, что такое безумие, но как тебе сказать? Ты видишь вообще, что у меня на экране происходит местами? Конечно, знаю. Я в этом безумии фактически живу теперь. Не иронично. М-м.
Так, ну раз это выход за территорию, то мы, наверное, лучше пока в деревню вернемся. Я хочу со всеми там сначала поговорить, только потом уже выходить. Да. Деревенский бес. Просто бесы. Тоже просто бес. Так, ну там я был, да. Не, а то, что это отсылка на Far Cry, это я понял. Это я знаю как раз. Но, тем не менее. У меня тут такого безумия навалили основательно, что глаза текут. Грибы ваши меньшие братья, часть вторая на войне. Как показывает история, знания о ядах, получаемых из грибов, могут изменить ход войны. Важно помнить, что один и тот же яд по-разному действует на представителей разных рас. К примеру, марабут черноюбочник ослепляет беса на несколько часов, тогда как на человека его яд едва действует. Интересно, будем знать. Так, на это местный алхимик, я понимаю, да? Seems me stuck with ignorance, like other merchant who lives nearby. Me sure you met him already. Small, fat, not too clever, and selling products much too cheap. He ruining me. Я как будто в маленькую Америку попал. Ну, кстати, про Far Cry, да, там сейчас в кулинарии проходит первую часть Far Cry, поэтому желаю ему искренне удачи в этом нелегком деле. Помощь нужна? Yes, maybe you can. There's a little box down in storage room of other merchant, and me want, no, me need box. Could you get it? Me reward you handsomely. Ладно, давай. Good. However, please remember not to open box under any circumstances. If you open box, then something really, really bad will happen. And you good customer. Not always negative about quality of stuff, I say. Ну, он тут, кстати, продает полнейшую. Ушак только интересный более-менее, но не более того. Бывай. А как мне тогда получается открыть... Там проход. Непонятно. Блин, я помню, когда сам с собой играл, короче, я случайно на кота нажал, и все коты в деревне против меня поучили. Я помню, тогда я перестал играть, кстати, из-за того, что я котов начал мочить. Эх. Блин, не, ну здоровенные грибы, как бы это здорово, я считаю. Мне вот они дико доставляли в Моровинде, например. Я дико кайфовал с них. Ну и здесь тоже их очень много. Что непременно радует. Who's there? Ah, it's you. Да, это мы. This house of exiled alchemists, nobody allowed in. Not without good reason. А за что алхимика изгнали? You haven't heard? Disgusting story. They should have executed the monster. Почему это? The alchemist. They found bodies, half-eaten bodies, of imps. How could an imp do this? Murdering imps? Now there's an idea I could get behind. I wonder where he is now. No more questions. Я бы хотел в дом войти. What do you want in house? Хочу найти снадобье от Мора. You think find anything in here against illness? Me doubt it. Who said you can enter? Сын старейшины. Really? Then he has to answer to Shaman. Enter house, but be careful. Messy, messy, messy. Messy. Хороший футболист, говорят. Заходим. Так, так, так. Сосуд заполнен мазью желтоватого цвета. Понюхать. Пахнет цветами. Не трогать. Книжка. Мясной пирог. Возьмите мясного фарша, свиных колбасок и зажарьте их на отдельных сковородках. Сыпьте в фарш несколько столовых ложек корицы. Это интересное решение. Добавьте колбаскам грецких орехов по вкусу. Тщательно перемешайте обе начинки сначала по отдельности, затем сложите вместе. Добавьте черносливу, яиц, бульона и хлебных корок. Начините смесью теста и выпекайте около часа. Ёпарасы. Так, ну мази пока трогать не будем, пойдемте в яму. Тут злые крысы. Ну, ключа я не вижу пока что.
Крибли-крабли-бум. Смешайте две части вытяжки из красного корня грибара с пятью частями голубой лягушачьей крови. Сболтайте, точно соблюдайте пропорции, иначе произойдет взрыв. Впрочем, взрыв может произойти в любом случае. Не отчаивайтесь, пробуйте начать все заново, если вам, конечно, не оторвало рук. На всякий случай возьму с собой. Крибли-крабли-бумс. Блин, как давно я не слышал этого словосочетания, кстати, слушайте. Особое зелье. Забираем. Да что ж такое? Еще книжка. А, ну это про варвара. Воздержусь, пожалуй. Именно. Все верно. На самом деле нет. На самом деле нет. Это для фанатов старых дедов. Либо для фанатов Сереги, который пел про черный бумер. Было дело такое. Так, надо, кстати, качнуться, наверное, бы, да? Давайте. Силу закинем им. Да. Плюс поднимем обнаружение ловушек, наверное. Ок. А тебе... Смертельный удар, как вариант. Все еще маленькая вероятность нанесения, но пускай будет хотя бы так. Понюхать, намазать мазью свою кожу. Ваша кожа покраснела, вы ощущаете ужасное жжение. Вы быстро смываете мазь. Понял. Синяя мазь. Запах этой мази ни на что не похож. Намазать. Чувствуете себя отлично, стали ловким, как никогда. Серая мазь. Отдает курицей. Намазать. Do you hear the footsteps? Sounds like rats. Ни хера себе. Видимо, крысы очень сильно любят курочек. Можно ли мазать спутников? Ну, он весь в доспехе. Я даже не знаю, есть у него кожа под доспехом, поэтому сомневаюсь. Поэтому будем мазаться сами. Мази белого цвета, между прочим. Мазь вовсе без запаха, но это хотя бы радует. А, ну мне надо было это сделать, кстати, да. По квесту. Чтобы к пауку подойти. Осталось только этого паука найти. Вот только где его искать, не совсем понятно пока что. Но мы решим этот момент. Так, мы здесь не были, по-моему, да? Книжки. Так, трагические ошибки магов, приключения, грибы мы читали. Любовь на опушке мы тоже читали. Мадам. Please go. May not want to talk to anybody. Leave me alone with misery. Can't you see this house is full of tears for dead lover? Видимо, тот бес был очень хороший, раз по нему аж две бесячки плачут. Респект. Так. А, это дом шамана. Понял. Где-то здесь, по-моему, обитал. Бесенок-герой, который. Давайте с этим попробуем разобраться сначала. Hey, leave lever alone. Не трогай рычаг. А как бы его потрогать все-таки? Интересно. Может быть. Но все равно большая потеря. Очень даже. Я, может, я его как-то тюками могу заблочить, не знаю.
не прожимается. Сайт выглядит наружу. Найс. Так, и чего у нас тут? Арт сохранится обязательно. Так, злые крысы, понятно. Тут заперто, к сожалению. Рычаг в полу. О, нет. А, я понял. Так, ну давай ты вперед пойдешь, что-то получается. Гоблинов нет, кстати, не играл. Я наслышан о ней, но мимо меня прошло. На тот момент. Я же говорю, я очень много чего пропустил в своей жизни в плане компьютерных игр, да? Вот, и как бы я в какой-то степени считаю, что компенсирую то, что я упустил в свое времечко. Там, к тому же, про гоблинов сейчас что-то еще выходит, насколько я слышал. Блин, еще же запутанное местечко. Давай, иди сюда. Особенно из нового. Про новое вообще молчу. Но я и старое, и новое. Я все упустил, считай, короче. Не знаю, хватит ли мне времени, чтобы это все наверстать. Да и надо ли, как говорится, да? Но пока занимаюсь стримингом, то можно, в принципе, заниматься всем этим добром. Так, а почему не сработало? А, вот, все. Есть контакт. Шкатулка. Забираем и уходим. Старые закалки или 90-х, но я больше нулевых, как бы, да. У меня комп-то появился вот в 2000-х как раз таки, плюс-минус. Other merchant already gone when me arrived, but was in time, no damage. Me stay outside, just. Получен предмет. А какой предмет получен, интересно? Не знай. Ну ладно, пошлите, сдадим. Пустецкий. You brought box? Good news. Hope you haven't opened it. Here my reward. Интересно, что было бы, если бы я эту шкатулку открыл? Так, компоненты, особые зелья, монетки, деньги. Еще зелья какие-то. Средний кристалл от магии костей. Кстати, этого у меня не было, по-моему. Ну, давай закинем. Держим. Это все на продажу можно. Более понтовые поножи эти забираем. Ну, а у этого ничего особо и нет. Так, плюс один квест получается в копилочку. Молодцы, двигаем дальше. Крайне густонаселенное место какое-то. Ими наверняка весело бухать с этими бесами, я чувствую. Кажется, они все веселые ребята. А, ну у Ануракса мы были уже, да, в доме. Вот его паучки.
тусуется здесь. Но один у него сбежал, надо будет найти. I never thought I'd see a human in our village. But anything seems possible lately. Ну, не белки, а жабки. Пауки. Они же их выращивают, да? Как тебя зовут? I am Herrerovix. И что ты знаешь о шамане? I saw Shaman sneaking into a village shortly before chaos started. He had something in his hand. У него, может быть, кристалл, кстати, есть у этого шамана. No, nobody speaks against Shaman. But I'm no coward. И что у вас там происходит? Many things. Water became dirty. Mushrooms dying. Как он прям... Imps disappearing. And the illness. And it all started the night I saw the shaman sneaking into the village. Ой, я же это представил. And the same night, demons started attacking. Точнее, соплями, слюнями. Чихающий еще постоянно. Гадость. Ладно, бывай. Мерзкая встреча какая-то была. Однозначно. No. Me will not sacrifice before me get key to money chest back. But Shaman says... No, I will not sacrifice to gods before I have key back. Проспается алкоголик на груди у него бобр, он такое деление. А ты тут почему? Да давай, салка же белка занят. Смешно. Смешно, мне понравилось. Неплохо. Я такой не слышал еще. Так. Ключ, какой ключ? О чем речь еще? Who are you? Ты кто такой? I thought a Umin in village was just a rumor. You hear? Shaman keeps insisting me should make sacrifices to gods. But how can me do when can't find key to precious money chest? Значит, это важный ключ. Really need to find it. Maybe you help? Me could have lost it in mushroom forest, maybe. Or elsewhere? Ладно, поищем. Wonderful. Please come back to me when you found key. Блин, а как мы будем ключ искать в лесу грибном? Чудом какими только разве что. Расскажи о шамане. Shaman? Better not talk about shaman. He hears maybe the gods tell him. Even chief. Голос у него знакомый. Румор похож на по произношению на юмор. Ну и то и другое можно отнести, как бы, знаешь, к одной категории, да? По крайней мере, в обливании все слухи были очень юмористического характера, на мой взгляд. Так, признаки магии хаоса, давай. Mushroom harder to find. Still in forest, but not as many as before. А про мор что не знаешь? Fever getting higher and higher. Me should have gone with others when me had chance. Now too weak. А что за другие? What others? There are no others. Now he denies it, little liar. I wonder if the others went secretly. Maybe we should talk to the shaman. Но шаман вряд ли будет рад этому разговору. Don't talk to shaman. My fate bad enough without shaman getting angry. Some imps went to cave of exiled imp. Thought he could help them better than shaman. Don't know really. He outside imp village, but never speak of him. Shaman will execute you for speaking his name. Ладно, зовут тебя как? Tachorix, my name. I'm mushroom finder. Понятно. But now I'm too weak to work. Удачи тебе, Tachorix. Надеюсь, ты найдешь свое счастье. Так, какая же здоровенная деревня тут все-таки. Кочмар. Ключика тут нет, поэтому идем дальше. Профессор Меникс. Are you a healer? А, профессор Меникс. My skin burns. Что ты знаешь о шамане? The shaman prays day and night to the gods. At least this is what he says. Какие знаки хаоса ты заметил в деревне? It's really weird.
lightning bolts striking huts and creatures out of clear sky. Mm-hmm. Why can't anybody help us? Our chieftain has to do something. Only thing they tell us is stay outside and breathe a lot of fresh air. И что-то... Почему вообще зеленый чел? See how red it is? We can only hope it's fatal. Я думал, у вас она красная от природы. Yes, but it's not healthy red. It's a little darker than normal impish red. Вообще-то ты так зеленый, ну да ладно. А зовут-то тебя как? Hesarimnix is my name. Not try, repeat it. I don't know what father thinking when he gave me name. Still think he drunk on mushroom brandy when giving name. Мощно. Мощно. Так, лимонный сироп мы читали. Это мы читали. What you want? Ты кто такой? Imps around me sick, not me. I always follow ways of gods. Ну, в маске, смотрите, даже Каида. No wonder, when imps eating each other. Бесы друг друга едят, а что? You not heard about alchemist? Me not telling more. Угу. Sounds like someone who would be handy around here. Alchemist not follow rules of gods. Ну, может быть. Ah, Владлен, знаешь, какой-нибудь местный. From the Fruge frogs. It's worse in the morning. Кто знает? I've hated them since I was swallowed by one of the young imps. Ну, эти красные, эти тоже красные, знаешь. Зерно истины в этом есть, now точно. Now I put a cloth over my nose and mouth when they smell bad. Так, а что ты думаешь о шамане? Shaman might be right. Imps lost their old ways. Do you know the way? Очень неспокойно у вас. Imps disappearing. All imps around getting sick. It's a nightmare, human. А ты кто? Artoflix, if you really must know. Don't tell me yours. I don't care. I guess we found the cause of the mysterious illness. Похоже, это лягушка. You're not as stupid as you look, human. You're right. The frogs are the cause. All the imps around here are suffering. Except Altoflix, who hates their stench and covers his mouth and nose with a cloth. А как я так догадался? Что ж, получается, лягушки во всем виноваты, чуваки. А ведь сегодня даже не среда. Так, можно сюда зайти. Это не коронавирус, это лягушка-вирус какой-то. Go away, human. I don't like big people. Мне не нравятся такие дылды. Как тебя зовут, сынок? Why are you interested in name of Eric and Eric's? Уж бы я не спрашивал. I suffer too. Can't eat, can't sleep. But it's worse in the morning, when the wind comes from northwest. На северо-западе все прям бедовенькое, походу, на туда идти. Что еще необычно ты заметил? I saw spiders going wild. They never did before. Yes, hard times since the sage disappeared. Как они шмыгают носом, а? The shaman is cold-hearted. He makes anybody suffer in the name of the gods. Противно. Но летучих мышей мы пока еще не встречали здесь, если что. Но это пока что. Так, ну давайте дополируем эту локацию. Так, это просто бесы. Не квестовые, да. Что у нас здесь? Чья-то здоровенная хата. Ну, давай зайдем. Пастух лягушек. Здрасте. The rumors are true. Are you really such a brave? Ну да, мы довольно смелые. If you speak truth, you might help me. My fruits are being killed by something. I lost two in the last week. If you brave, find monster and kill it. Следы крови, что я не видел следов крови на земле. All
what's left of one of my floosh frogs. Will you help? Ну ладно, посмотрим. Safety of my floosh frogs is worth some reward. I can offer you some gold. Do you accept? Будь здоров. These creatures make my skin crawl. Ладно, давай. Glad to hear it. Hurry, before it gets another floosh frog. А что ты в них нашел-то вообще? Зеленые, скользкие? Yes, but they are gentle. And the floosh frog steak is an imp favorite. Котлета из лягушки, понял. I'm Xanthrax, the floosh frog herder. I'm 130 years old and proud of it. Ты тоже болен, yes, получается. Yes, it's getting worse every day. But I protect my floosh frogs. Mm-hmm. I am all they have in the world. А что насчет шамана? Please, wait a second. А, стоп, подойди. Не то нажал. If you want to, shaman should do something against illness. Понятно. Но меняться с этим нельзя. Где его сын, интересно, непонятно. Так, про медовое масло, я помню, мы читали уже. Боевые грибы, ошибки магов. И все, да? А где его сын, интересно? С которым можно потренироваться. Ни о каких следах крови, интересно, шварич. Потому что я их не наблюдаю на данном этапе судьбы своей. Так, а был ли я здесь? Да, был. Грибная вытяжка. Забираем. Не знаю, зачем она мне, но пускай будет. Пригодится в дальнейшем. Некоторые редкие грибы обладают магическими свойствами и способны влиять на разум человека. Еще древние знали, что из зеленой фунгии получается зелье, несколько капель которого помогут приворожить любимого. Теперь мы можем вполне обосновать это явление. Как выяснилось, зеленая фунгия повышает поток флюидов организма, ответственных за влечение. Известны и прочие магические свойства грибов. Говорят, великий король мага сбежал из темницы, отрастив крылья. Чего еще раз? So, how's it going with the wife, huh? Wait. Do you smell something? Ой-ой. Yes. It smells like human. Oh, how I long for a good piece of human flesh. Only if fresh and well prepared, yes. Сейчас на меня червь какие-то нападут. A lot of these humans tend to be quite stringy nowadays. Completely spoils the taste for me. Oh, you're right. Let's hope we have better luck with this one then. Yes. Time to prepare dinner now. Ух, нихера себе. Почему музыка такая какая-то, знаете, цыганская, рождественская играет на фоне? Грибную шапку. Блин, я видел классную кепку, короче, миколога, да, там, где написано, типа, миколог, да, и грибы такие нарощенные, знаешь, как на пеньке старом. Прикольно выглядел. Не знаю, хотел бы я такую себе кепку, конечно, или нет. Но звучит перспективно, как минимум. They can make you feel real good sometimes, but they have some nasty effects as well if you're too voracious. Ты какой гриб? Better watch out for them next time. Под жифановик, я бы сказал. Грибовод, здрасте. Ah yes, never thought anybody would see him again. What do you want in mushroom farm? Так, что здесь на продажу? Давай сначала с этого начнем.
Ну, кстати, прикольно то, что у грибника, да, продаются по большей части ножи. Как это зовут? I grow mushrooms in cave. И зачем ты их выращиваешь? Some mushrooms are tasty, others poisonous. Very fascinating. True. Alchemist no longer here, so I sell healing potions made from special mushroom. Only I know. Shaman will talk to gods, make them like imps again. И что ты знаешь про болезнь? Illness sign of gods. Shaman says we sacrifice imps. Gods be happy again. Hope it won't be me. А что-нибудь странное видел? I saw a shadow at night, sneaking around Alchemist's house. Вот это Джифан. А вот этого мы не знаем. But Alchemist wasn't home that night. Этого мы не знаем. Was gathering night mushroom. I told them, but Shaman said shadows were sort of poor imps. Alchemist ate. Then they exiled him. В конце концов, я считаю, что Джифан сидит в каждом из нас, если честно. Вот и все. If Shaman hears, you'll get executed. Так, бывай. Спорами. Ну тут не поспоришь, конечно, да. Тут не поспоришь. Блин, а какой крови говорил, интересно, этот бесенок, а? Можно, конечно, просто разойтись по углам карты, да? Но у меня такое ощущение, что я что-то не долутал в деревне, не досмотрел. Ой. Тот самый паук, кстати. Так, мне его надо с левой стороны, между второй и третьей лапкой, по-моему, пощекотать. Блин, у меня сейв давно был. Паук остается спокойным исследовать за вами. Я случайно на лягушек напал. Ладно, похеру. Так, идем. Ведем паука. Немножко лягушка, это ладно, переживем. Блин, а где этот паука-фермер? Кстати, он где-то в центре находился, по-моему. Где-то здесь? Нет, не здесь. Давайте сохранимся. Они от этого размножаются, блин, прикинь, его споришь ты с кем-то, да, он берет при этом и раздваивается. Жуть. Так, паучиная ферма. Пастух лягушек. Дом. Дом. Курица. Вот, пауковод. Это вниз нам надо идти. Great gods! You found lost spider! Thank you! Let's put you back with the others, little one. Not bad. Так, а он сам нам даст какую-нибудь награду или это все в принципе? Походу все, ну давайте еще раз попробуем к нему зайти. Да, он с конца отсюда ушел, понял. Блин. А, нет, вот он стоит. Thanks to you, my family is complete again. I always buy fresh poison. Then is most effective. Ничего интересного нет. Не, ну учитывая то, про какие ты грибы говоришь, да, то вот тут вот точно не поспоришь. Те грибы реально лютые. Особенно, когда у них большая дака в наличии. Так, а это что такое? Кладбище. Я бесконечно люблю тебя, Парикса. Я всей душой люблю тебя, Азреникса. Бесовские могил. Какая грусть. Первая жертва чумы, найденная на лягушачьей ферме. Ну да, все оттуда началось, походу. Из этой ямы я вылез, я помню. Why you disturb wandering spirits of dead? Have living not brought enough doom on me? Ты можешь меня чему-нибудь научить? Может, но мне не надо это учить. Что имеешь в виду? I used to live in village, until suddenly everyone got ill. Plague took the weakest to the grave. Terrible. We should never have trusted alchemist.
with his potions and brews. He brought illness on us. He caused plague. I won't rest until Alchemist has paid. Maybe you could get rid of him before he destroys village. Так алхимик не виноват. Это лягушки. I was wrong all time. What a fool I've been. Spooking around for nothing. Ну я пока, кстати, сам не сильно понял, почему лягушки именно являются причиной, да? Типа они поваливают, что ли, и все. Бывай. Так, ну-ка, а с этими призраками можно пообщаться? Так они же вроде живы. Both beautiful as days long. Azarnarixa and Parixa, their names. And me love them both. But me had an untimely death. Poison, me think. Woke up in grave. Who did it? Will somebody find out who killed me? Can't rest before me know. Ладно, поищу. Find proof. Find who killed me. Найти пруфы. Окей. Займемся. Так, мы пока только деревенского дурачка не нашли. Героя. Я помню, где-то была тут такая прям площадь-площадь здоровенная. Но что-то ее найти не могу. Где-то типок тусуется. Может быть, на карте отмечается. А, вот, кстати, домик этих двух. Давайте зайдем в гости. Мы видели могилу твоего возлюбленного. A great loss. A good man was killed, and me loved him so. Oh, I shall spend my life mourning him. А кто его убил? Please stop. Me don't want to think about it. Don't know who killed lover. Они его убили 100%. Miss him. Чувствую so much. Leave alone with misery. What business of yours do you mean? Nobody knows who murdered. But maybe... Разве что? Maybe my sister. She always jealous because she knew he would have picked me. Or it was someone else. Don't know, really. Please leave me alone with my mourning now. Can't you just leave me alone? Ты знал, кто Please убил? Stop. Me don't want to think about it. Нет. Надо что-то искать. А что искать? Спрашивается. Одна из двух сестер попросил узнать, кто именно это сделал. What is it? Да я... Must have been my sister or someone else. What is it? Так, получается, Азарнарикса, соответственно, якобы, да? Давайте пойдем попробуем пообщаться на эту тему с призраком еще раз. Где там это кладбище дурацкое? Да, но почему тогда у них там могилы находятся? Слышь, чел? А, это типа они каждые поставили ему по могилу. Понял. Но надо доказательства найти. Блин, а где их искать, я даже не знаю. Загадка. Ну ладно, давайте за территорию, наверное, пока выйдем, может быть. За... Посмотрим, что у нас тут находится.
Тут пока еще деревня, да? Частично. Так, главное, бана не замочить. Угу. Давайте осматриваемся по сторонам. Сейф обязательно. Так, вы просто бесы, да, не квестовые. В этой дыре я уже был. Да. А не здесь ли этот чувачок тусуется? Да не, не здесь, походу. А, стоп, а ты кто такой? Похоже, это список покупок. Он запачкан красноватыми пятнами грязи. Два яблока, батон хлеба. Эль, как можно больше. Ждем в гости тестя. Кухонный нож. Что ж. Кто-то не дошел до дома, получается. Так, немного экшончик, пожалуйста, давайте. Особое кольцо. Very nice, very nice indeed. You can have him if you want. Have him. It's totally free for you. Don't have to pay anything. So, do you want this ring? Do you? Ну давай. Good, that's good. I'm sure you'll like it and it'll fit you well, I'm sure. Я на ловушка какая-то. Не иначе. На кольце выгравирована надпись «Победа приносит честь». Заквинтар. Первый воин Немезиды. Наверное, пока не буду надевать. Просто в инвентаре протаскаю его. Ой-ой. А это еще что такое? Why have you stolen our possessions, human? Why are you carrying the ring that belongs to our family? Носил. Я его не носил. Оно просто в кармане. No living creature should lay that. What did it was? We don't care how you got this ring. Revenge is for the living only. We only want our ring back. It belongs to our tombs and our graves, and it will commemorate us for all eternity. Therefore, human, put it where it belongs. Place it back in our tombs. Does it break? Do it now. A wise choice, human. Balance will return to our family once more. А какому народу вы принадлежите? Our ring. Give us our ring. Так я же отдал кольцо. You will join us. And the graves are cold. So cold. I don't think this is the right time for small talk, human. You won't get any information from them. Это верно. Но они дали только паленый костяной доспех, который мне погоду вообще не сделает, получается. Поэтому идем отсюда. Так, злые лягушки. И больше ничего, да? Тут, кстати, много живности всякой разной. Кабанчики всякие разные бегают. Жалко, что я случайно все-таки попал по этим лягушкам, да, мышкой, потому что, ну... Они только время у меня отнимают, когда я с ними дерусь. За этим даже опыта не дают, кстати. Не, серьезно, полетел здесь уровень, видать, у врагов. Я не верю, что они должны здесь от третьего уровня бегать. Просто не верю. Но это не профиксишь никак, насколько я знаю. Зато более чизовенько пройдем все.
Так, опять лягушки нападают. Давай. Угу. Это что такое было еще? А вот это же 15 уровня, если смотреть. Ля-ля. Нормально. Полуторный меч, зелененький. Загадочный гриб. Выглядит очень аппетитно, но мы его, пожалуй, есть не будем. Пока что. Надо будет его к местному грибнику, наверное, отнести. Посмотреть, что он на это скажет. Надо еще периодически Alt прожимать, чтобы не пропустить какие-то, да, полезные вещи. Мы же ключ где-то еще ищем, я помню. В этом лесу. Но я пока не вижу, где тут его можно надыбать. Хотя, блин, наверняка за каким-нибудь камушком лежит дурацким. Или что-то в этом духе. Пойди, блин, сообрази. Не, вот такие старые игры без гайда, конечно, проходить. Blinking thing, shining in eyes. It lives? Dead thing, strange thing. Not plant, not rock. Тут что ли ключ этот будет? Not good to eat. Take it to my cave. Keep it, pretty thing. Or bring it to master. Yes, bring it to master. Это срань еще говорить мне, оказывается. Found something. I wonder what it was. Сейчас узнаем, что она там нашла. Упсик, ты куда? Внутрь пошел, да? Сейчас мы за тобой придем. Это что такое было? Големчик каменный, походу, да? Статуэтка. Выглядит зловеще. Забираем. Монетки. Блин, вот в этой игре, кстати, стрёмно всякие разные предметы подбирать, да? Потому что я помню, как я подобрал в первой части какой-то меч. И кончилось это максимально плохо потом. Trust your eyes. Вот я про это и говорю, да? Не верь своим глазам, класс. Просто замечательно. Парящий глаз. Я их трогать, пожалуй, не буду. По качеству. О, лич. I know what you're looking for, but I can't help you, human. Look elsewhere, because I don't have it. А что ты знаешь о нашей пропаже? Was something valuable, I guess. The creature who found it will bring it to the master, so you'll have to look there. А что за хозяин? The master? You'll recognize him easily. He looks exactly like me. Мы тебе не верим. But he's not me. I told you, human. You'll die now. Зелье интеллекта постоянного действия. О, кайф. Еще одна статуэтка. Дайте Джифану, дадим это зелье выпить, наверное. Постоянного интеллекта. А где она? Походу, этот забрал, да? Да. Сколько у меня интеллекта? 2. 8. Нормально. Угу. Так, травушки.
какой-то жесткий амулет. Угу. Проходим дальше. Пинка тебе. Ага. Угу, угу, угу. Надо еще статуэтки найти, получается. Они же у тебя, да? Да. Так, стоп. И у тебя вот еще одна есть. Причем, что у них разные, кстати, эти самые подсветочки. РГБшные. Угу. Надо либо еще одну найти, либо две. Давайте поищем. А что ты знаешь о блестящей вещице? The stupid creature was shouting about bringing a shiny thing to the master. You could hear him all over this place. А что за хозяин? The master looks like me. In fact, he looks exactly like me. But I am not him. Ну, мы тебе не верим. For it elsewhere. Sorry, man. Таковы правила. Было же сказано то, что никому не верь. Ну вот я и не верю. Заметки о воскрешении мертвецов, часть первая. Демоны оставляют после себя груды тел, изувеченных до такой степени, что даже самые могущественные заклинания бессильны воскресить павших. Я хочу найти иной путь возвращения наших погибших соратников к жизни. Мне удалось собрать части тел нескольких ранар и прислуживающие мне бес сшил их воедино. К сожалению, его работа оставляет желать лучшего. Даже если мне удастся воскресить это лоскутное тело, один его вид лишит чувств самого крепкого Ранара. Это, кстати, прикольная концепция, да? То есть, ну... После демонов подшивать погибших. Сотни лет хрустальные шары верой и правдой служили магам и астрологам. Наш трактат расскажет вам о том, чего можно добиться с помощью хрустального шара. Звучит весело. Так, еще одна статуэтка, по идее последняя, но давайте здесь посмотрим, что еще есть у нас. А ничего. А, нет, тут еще, оказывается, типок тусуется на ров. I know what the human is looking for. It is looking for a key. Unlock the wood and give the gold it should. But the human won't find the key with me, it won't. No key I have. А где он? The servant of the master came through here. Said he had a shiny thing for the master. And he had a key in his hand. Now, you are here. Weapons in your hands. So I guess the key belonged to you. Как выглядит хозяин? The master looks a lot like me. But it's not me. The human Sorry, doesn't believe me. Настырный лич. Зандаор. Вот и знакомое имя Зандаор, если честно. Как будто я его где-то слышал. Так, ну пойдемте поставим статуэтку, получается. Посмотрим, куда это приведет нас. Так, только сначала сохранимся на всякий пожарный, мало ли еще, да? А вот и ключ. Который, видимо, сюда ведет, да? Деп. Угу. You are quite the stubborn one, human. This thing must be really important to you. I don't want to fight you, mighty warrior. So you can have the key, if you wish. Come, take it. Take your key. Настоящий байк. Но сначала... Бан.
Да, немножко бана никому не повредит. Готово. Возвращаемся. You really think I'd let you leave from here alive? Die, you foolish creature. Ну, я надеялся. Какой-то странный лич. В рукопашную драться с нами. Сомнительное решение. Умение различать предметы и явления, недоступные прочим органам чувств. Начинающий маг или мастистый ученый, любой с помощью этой книги достигнет таких высот, о каких и не мечтал. Узнайте, где лежат древние артефакты, раскиданные по мирам. Полюбопытствуйте, куда на самом деле ездит ваш наставник, прикрываясь тайным советом магов. Звучит интересно. Так. Порошок, травушки. Что-то еще интересное есть. Угу. Блин, а кому я обещал ключ найти, кстати, я не помню. Надо будет поискать потом. Где-то рядом с лягушачьей фермой, по-моему, чувачок стоял. Пища — один способ повысить пользу, приносимую компаньонам. В книге рассказывается, чем натасканное животное компаньон может помочь в бою, как научить его шпионить, еды носить для вас, направлять заклинания и так далее. Ни один настоящий маг не обходится без компаньона. Узнайте и вы, как раскрыть все возможности вашего питомца с помощью новейших методов и советов. Вот в Dungeon Siege, я помню, ослики были, которые вещи таскают. Вот, дневник Лича. Одна из записей в дневнике Лича привлекает ваше внимание. Был у бесовки Парикса, выменял у нее на зелье смерти 20 грибов Джури-Джури. Редкий вид, их могут найти только бесы. И полдюжины панцири Тибара. Охотник боится подходить к моей пещере. Может, зря я в прошлый раз убил его ученика. Впрочем, сами на что не пошел мне навстречу. И почему люди так держатся за свои кишки? Но это, кстати, походу... доказательства, что Парикса убила своего возлюбленного. Поэтому идем отсюда. Так, там быстрее будет, кстати, давайте. Блин, я, наверное, реально, когда пройду эту часть Divinity, может быть, возьмусь за Dungeon Siege. Что-то у меня вот желание все сильнее и сильнее становится как-то у него поиграть. Так, здесь мы разобрались, да? Давайте дальше дочищать эту местность. Она, в принципе, не такая большая, как я думал. Поэтому быстро справимся. А что у нас тут? А, какой-то мужичок. Боровичок. Откисший. Так, различные способы выявления ядовитых грибов. В книге описаны самые новейшие методы распознавания ядовитых грибов. Автор гарантирует успех. К примеру, он советует опробовать гриб на существах других рас и посмотреть, как он скажется на их здоровье. Далее идет длинный перечень с описанием известных ядовитых грибов. Похоже, книга очень дорогая, а значит, действительно полезна. Ну, не знаю. Учитывая то, что мы нашли ее рядом с мертвым мужичком, то какое-то спорное утверждение. Но мы ее заберем, естественно. Вдруг получится всучить ее местному грибнику. Это что такое, мать твоя? Безжизненное тело. Записка. Зелье отморожения. Тому, кто найдет эти записи. Не умею я складно писать и не писал бы, если б мне не это. Пишу в темноте. Надеюсь, злобный гриб меня тут не заметит. Он выскочил из ниоткуда и бросился на нас. Барик, Стеул, все, кроме меня, обратились в лед. Я бежал, потом сел, стал ждать. Теперь пишу. Хочу, чтобы родные знали, как все было. Только бы он не нашел меня. Прошел бы мимо. Раньше грибы не нападали на бесов. Может, прав шаман, что боги сердиты на нас. Все бесы, кроме меня, стоят окоченевшими статуями. Кстати, да, вон там валяются бесята всякие разные. Хорошо, у меня осталось зелье отморожения. Алхимик говорил смешать его проще некуда.
Только компоненты сложно найти. Нужна паутина королевы пауков и грибная эссенция. Грибная эссенция у меня есть, кстати, а вот королева... паутинки, точнее, королевы пауков у меня нет. Я видел, как алхимик готовит зелье. Давно это было, еще до того, как он сошел с ума и стал пожирать бесов. Он сказал еще, что это зелье только для бесов, остальным не годится. Пойду я к бесам, попробую спасти, только бы злобный гриб меня не тронул. Ох, как я боюсь. Надо приготовить противоядие, получается, да? Надо паутину найти. Ну давайте сохранимся, запомним то, что они тут валяются. Но паутина, скорее всего, должна быть в какой-то пещере, скорее всего. Мы пока подходящую пещеру не находили на эту тему. Можно, конечно, у разводчика пауков поинтересоваться, но я сомневаюсь, что он подскажет что-то в этом плане. Есть у меня такое подозрение. Поэтому... Так, стоп, а что за гриб вообще нападает на людей здесь? Точнее, на бесов. Это бы еще понять. Хищные грибы, ну блин, кстати, хищные грибы же здесь не существуют, по-моему. Что-то такое я слышал когда-то давно. Ну не так, что грибы прям нападают активно, они так медленно это делают. Скорее. Стоп. А, бочка для мусора, понял. Какие бесы, оказывается, ответственные ребята, смотрите. Молодцы. Так, ну этого типа я помню. С тобой разберется мой коллега по цеху, за что ему большое спасибо. Лягушки дурацкие, давай. Этот сундук, я помню, мы его лутали уже. Там что-то злое обитает, что ли? Это надо обходить. Да, там что-то есть. Ну-ка. А, чей-то домик. В деревне. Но чей? Бес фермер. Здрасте. Мой господи. Что случилось с твоей женой? А где его жену-то искать, интересно, вообще не понимаю, кто это. Попробуем. Клубничный пирог, но я лучше читать не буду, а то у меня слюнки потекут. Жертвоприношение мы читали. А где искать-то пропавшую женушку, интересно? Непонятно. Где-то здесь, разве что что-то осталось. Подозрительная колонна. Здесь лежит Марангар, великий фокусник. Приношу извинения за грибы. Ну да, грибы как-то странно себя ведут. Книга навыков. Забираем. Но прикольно. Эффектно, я бы сказал. Хм.
Но я пещеры никакой не вижу, куда можно зайти, к сожалению. Это меня смущает. Но мы сюда, походу, вернемся еще. Судя по всему. Так, карта. Да, мы здесь все осмотрели, считайте. Может быть, я просто пустил где-то. Но нет, только один проход. То есть одна пещера леща есть и все. Больше флажков нигде не видать. Надо к этим зайти домой. Пообщаться. Ну, получается, туда, потом туда. Ладно, будем искать. Но с женой пока ясно, что ничего не ясно. Так, что за книжка-то? Угу. Но это для магов навыки. А я магией не занимаюсь, к сожалению. You again? Ты напоил своего возлюбленного смертельным зельем. Me. We didn't want to do it. Really. И вот мы вскрыли правду. But wasn't alone. He loved her more. Was tearing us apart. Would have killed us all if me didn't kill him. But now. What good is there in me living any longer? О, Фантик, здорово. Это что, потихонечку живем, потихонечку воюем тут вот. В старых играх хуйтячка. Вот бесовка у нас умерла, одна. Только что. Lost lover and sister. Не дай бог, сейчас это тоже сейчас с собой покончит, блин. Но вроде нет. Вроде не собирается. Так, идем на кладбище тогда, давайте сразу. Сдадим квест. К шаману бы сходите, к пауку. Ну, к фермеру с пауками. По-хорошему надо бы. Начал проходить второй Divinity. Вот мы тоже в Divinity, тоже во втором, только в Beyond Divinity. Когда-нибудь доберемся и до Original Sin, наверное. И до обычного Divinity, который про драконов или что там. У меня в планах пройти как бы всю линейку, наверное, да, но, блин, она такая здоровенная, конечно. Плюс такие проблемы с запуском старых частей, это просто что-то с чем. Ну как, первая часть самая, да, которая Divine Divinity, она запускается довольно просто и хорошо идет на современных системах. Там только немножко подшаманить надо. Но вот это что-то с чем-то просто. Но это того стоит, я считаю. Реально крутая тема. Мне нравится лично. Так, с этим разобрались, отлично. Мы здесь не были, по-моему. А, нет, были, да. Хренарикс, я его помню. Тяжелый ради, а почему? Ну хотя, блин, я когда в Original Sin играл, да, мне тоже было немножко тяжело, но потому что они очень длинные были сами по себе. Но в целом игрушки классные, того стоящие. Так, мы с тобой не о чем говорим, да? Понял. Так, давайте тогда к главному по паукам сходим, что ли. Так, я с тобой общался? Да. А, он мне что-то дал? Ой. Зря я это нажал, кажется. Ну, то, что привык к РТС-кам. Не знаю. А, мы ключи вернули, все. Найс. Просто считай, что у тебя больше времени на подумать, да? Ну и плюс там можно отключить же пошаговую систему. Вполне себе спокойно. И бегать так. Так, сын старейшины. ДНДшку решил приобщиться. Ну, вообще,
Логичнее было бы тогда в Балду, наверное, погонять, да? Baldur's Gates. Хотя... Divinity тоже неплохо. Просто Divinity это не совсем... ДНДшная фишка, я бы сказал. Там концепция немножко другая. Но выбор все равно хороший. Неплохой. Там довольно прикольных персонажей можно создавать. По крайней мере, во второй Original Sin. Так, спокойно. So, you prisoners? You only leave because I wasn't here when Chieftain made my name is the God speak through me. My name is the God speak through me. And he was fool. Don't put no God's arrangement. А, мне, наверное, надо к этому идти. Походу. Старейшине, а не шаману. Давайте пойдем к нему. Так, а где хат старейшина находится? Где-то наверху, да? Да, вот она. Me thank humans for saving sun. Friendly humans. Who thought why you were I? Where's your... Ну тут что-то диалоги одни и те же были. Странно. How you doing? А, во. Мы обнаружили причину мора. What? Fluge frogs cause of imps being sick? Yes, yes, makes sense. Ну да, в целом сходство есть, это точно, да. Но это разная вселенная, как бы, потому что, ну, вселенная Divinity, она довольно большая, по сути, сама по себе, плюс она берет начало с бородатых нулевых, по сути. Вот. Там, конечно, части серии между собой не сильно связаны, как я понимаю. Но, тем не менее, определенные нити переплетаются, да? We must have cure. The only imp that can make cure is exiled by shaman. He must be found. Из-за страшное чучело создать их в Обливионе? Зачем тебе создавать страшное чучело? The alchemist of village. Чтобы что? Shaman say he caused plague. Ради чего? Not know where he is now. But me hear of him patrol meet alchemist. He was injured, lost blood. Maybe you find him. I show you on map. Please hurry. I promise to show you how to leave world after you help him. Так, новый уровень, отлично. Что у нас по квестам вообще? Угу. Беспомощные бесы. Этих надо как-то вернуть к жизни. Но я пока еще не находил паутину. Надо, кстати, зайти, да? Парнишки с пауками. Просто смех ради, ну не знаю. Никогда не понимал прикола, кстати, да, в создании страшных персонажей. Ну это я просто такой. Thanks to you, my family is complete. Так, что-то можешь нам предложить. Есть ли у тебя паутина? Паутина у тебя нет. Пообщаться с тобой об этом тоже нельзя. Of course there is. I'm not sure why, but reason. I think it is real. А где же найти тогда матку паучину? Интересно. Ладненько, идем тогда из города в левую часть, наверное. Там посмотрим, что к чему. Но сначала можно качнуть силу, наверное, да, нашему главному герою. Плюс вот этому типу подкинуть тоже. Так, навыки. Давайте ловушки, наверное, будем дальше обнаруживать. Ага. До пятерки, наверное, поднимем, и достаточно будет. Так, и с тобой давай разберемся. Смертельный удар. Давай. Хотя, блин, нахрена я качаю смертельный удар, если враги здесь отлетают только так. Да, вообще-то то, что тут баганула система левелов. Ну, я, если что, как бы, ну, не осуждаю создание, да, стрёмных персонажей смешных. Вот, просто я, ну, реально никогда этого не понимал. В чем как бы смех. Когда-нибудь пойму, наверное. Hello down there. You hear me? Very deep pit, no. Я так и знал, что этот байт будет, кстати. Trapped, are you? Понял. Trapped, yes. Little imp save you. Yes, save you, me will. Всего за 500 баксов? Так нихер делать, в принципе. Little imp doesn't save for free. Freedom has price.
500 gold pieces is price for little nymph saving you. Throw gold up if want to be saved. Yes, yes, throw gold up to me or trapped forever. 500 gold enough. What do you do, huh? Don't trust him. He's an imp for chaos' sake. He will trick us, I'm sure. What you decide. Как бы не так. Trapped you stay. Trapped, yes, yes, trapped. I doubt that little devil would have helped us anyway. Hello. Здрасте, what are you doing down here? Not much seems. You want out? Who the hell is this? Maybe this you want. A teleporter it is. О. A little pyramid. You want? Да, это мы хотим, да. Пирамидка — это тема в этой игре. Давай. Take here. We don't need any more. Took it from somebody who didn't need it either. В Обливионе, да, момент с королем, конечно, такой потешный. Тебя я видел во сне, и там стоит чудовище какое-нибудь. We come back later and get it from you. Take good care of it. We gone now. Oh, by the way, we not know where second pyramid is, so be careful when you try it. Бывай. Ты мне пирамидку так уже понимаю дал, да? Хорошо. Ну, время ее использовать получается. А где она только? Ядрен батон. Но дело сделано. Забираем вторую. Кайф. Так, а где она карта? А, ну вообще недалеко, кстати, отлично. Идем. Блин, да еще же ламповая игра все-таки, а? Как же я что-то кайфую в ней. Непонятно. Почему даже, кстати. Мистика. Ведь по сути ничего особенного. Хотя, не знаю, атмосфера, саундтрек. Внешний вид, как ни странно, да? Плюс диалоги подкупают. В целом. Divinity камера не самая удобная. Ну, в первом Divinity, да, камера была такая себе, по-моему. Что-то такое припоминаю, когда там было. Ее ж там крутить нельзя, по-моему, было. It is ourselves who have taken it upon us to preserve this beauty for the children of the future. В смысле, эльф, ты же имп. I think this little guy is a bit on the short side for an elf. I beg you, don't take what's left of nature's treasures away from this place. Please leave the mushrooms. Кто-то походу объелся грибочек. A ты уверен, что ты эльф? Yes, of course I'm an elf. Have you never seen one of my kind before then? And as an elf, I am here to protect the rare mushrooms of this place. А я своими глазами видел, как вон в той стороне гномы собирали грибы за милую душу. What? Damn dwarves! Thank you for warning me. I must go there at once. А чему можешь обучить? Normally, we elves like to stay among ourselves. Иди, эльфёнок. Редкий гриб. Ну иначе бы он на меня напал, я так понимаю, да? Stop right there. This is a robbery. Put down all your gold or I'll release my deadly spores on you. Put it down and fast. A talking mushroom? Говорящие грибы. Так ты, получается, опасный. You won't talk yourself out of this. Oh no. You won't trick this mushroom. No, you won't. Will you put your gold down or not? Да вот еще обойдешься. Damn. What's this? There's an imp hiding behind that mushroom. А, там имп был, понял, тогда ладно. But fortunately, and surprisingly, you saw through his bluff. Блин, тут какие-то это самое, лихие бесята писаются в этом лесу. Но, слава богу, обошлось. Да, грибы со мной еще не разговаривали. У тебя пока проблемы с первой локацией, но если у тебя проблемы с первой локацией, я тебе советую прям основательно вникать, потому что дальше будет только сложнее, как бы, да? Там...
запаристый, я бы сказал, бывает моментами. Первая часть. Ну вот. Ну, у меня там тоже проблемы были, помнится, в свое время. Но это давно было проблем. А я первый Divinity этот начинал проходить раз 5, наверное, не знаю. В разных компаниях, с разными людьми, как бы, да, еще и сам по себе, и ни разу так до конца и не прошел. Всегда доходил только до определенной шахты, где появлялись рыцари смерти как раз таки, и там бросал. Потому что, ну, очень она длинная, чрезвычайно на тот момент для меня казалась. Хотя сейчас уже кажется, что она не такая уж и длиннющая, по сути. Так, а тут что-нибудь еще залутать-то можно? Да пока не особо, кажется. Только лягушки злые нападают, и все. А, пещера. I smell something. Чего? There is a strong odor of frogs from down there. I doubt these big toads are entering this cave of their own free will. Ну, я ее даже не заметил, кстати, молодец. Вторую часть проходишь. Ну, вторая часть понятие растяжимое, потому что есть Divinity Original Sin, Divinity Original Sin 2. Есть Divine Divinity, есть Beyond Divinity, есть Divinity 2 еще, в принципе, то есть. Вот. Поэтому просто сказать, я прохожу второй Divinity, это как бы ничего не сказать, по сути. Настолько здесь все немножко запутано, да? Original Sin 2. А, ну вот там прям вообще каждый, конечно. Ее я начинал больше, чем первую Divinity, если можно так выразиться. Убийца или выше? Стремка. Ну, может быть, здесь, кстати, паутина будет та самая, которая мне нужна. А, ты что, воскрес, да? Ты что, меня забайтил? Хорош. О, смертельный удар прокнул, кстати. На паука. Блин, ну только не говорите мне, что это последний паук здесь был, да? Такой здоровенный, имею в виду. Я бы все-таки хотел получить развитие какое-то. Но нет, здесь больше ничего нету. То есть, получается, это не королева пауков была, к сожалению. Может, я что-то не замечаю, но тут, в принципе, паутины не видать. Не видать же? Да не, не видать. Ну, есть еще паучиный лес, как говорили некоторые бесята. Ой, третья балда, она такая. Требовательно, я бы сказал. Хотя это тот же движок, что и в Original Sin 2 используется, да? Но она прикольная. Вот. Любопытная по-своему. Немножко переоцененная, конечно, но все равно приятная, как бы. Плюс к этому времени как-то комп обновишь, да, ее, по идее, уже оптимизируют до конца, если уже не оптимизировали. И допилят напильником. Поэтому успех гарантирован. Так, убили. А, все, я понял, какое чудовище мы убили. Для какого квеста идемте сдавать. Где там у нас фермер лягушачий живет? Здесь, да, по-моему? Да, вот он. А номер кто? How wonderful! So I guess you want reward. Так, готово, да? Зачем мне эти редкие грибы, интересно? Вопрос хороший. Mm.
беспонтовый амулет какой-то, шляпа, стеное кольцо. Это, видимо, то, что они в награду дают, да? А, отравленный кинжал, кстати. Но я им пользоваться не буду, поэтому выкидываем. Угу. Так, ну, двигаемся, получается, теперь сюда. Это вот единственное место, где мы ничего не смотрели. Да, вот здесь будет паутина, походу, которая мне нужна. О май. Ну и местечко. Гнетущее. А, вот и пауки, кстати, высокого уровня. Ну это хорошо, опыта больше дадут. Полыхает. Так, давайте сохранимся. Давно у нас сейва не было. Ага. Здорово, Дзанкич. Ну а что поделать? Они первые начали. Они начали первые. И капец, они кошмарят так-то. Тихо, тихо, тихо. Живучий гад. Плохая примета, ну блин. Ты вообще видишь, где я нахожусь? Там какой-то френдли паук. Чего? Тут вся локация одна большая плохая примета, если честно. Меня немножко бесит то, что приходится следить за ХП очень активно, да, и смотреть правый угол экрана вообще ради этого. Так, а где дружелюбный паук какой-то, который тут был? Мертвые бесы валяются. Это точно не они, да? В болото Бабадзаги я точно не пойду. Ни под каким предлогом, ни под каким соусом. Нафиг надо. Меня в Elden Ring так просто не затащить будет. Это 100%. А мне вот интересно, кстати, будет ли здесь болотная локация? Надеюсь, нет. Полечим. Блин, а как понять, какая паутина является королевской, какая нет, а? Интересно. Блин, а является ли убийство лягушек плохой приметой? Интересно, думаю, да. Блин, ну раз паутина королевская, тут, кстати, деревья должны пауков, похоже, обращаю ваше внимание, да? То и паук должен быть королевских размеров, по идее. Здоровенный, но мы пока такого не видели еще. Все только предстоит. Мсье. Ну, слава богу, я пока еще не француз, но это пока что. Хотя с моей картавостью, в принципе, поизучать французский можно. Ради интереса. А вот и тот самый дружелюбный паук, кстати. Изгнанный. Пардон. Так, давайте сохранимся. Тут же говорили про то, что говорящие пауки есть. Вот так бывает, оказывается. Женема посижу. Уй-уй. Все верно. А почему ты пребываешь в одиночестве? Недавно же вышел, кстати, какой-то фильм
с Беном Стиллером, или как этого актера зовут? А, Адама Сэндлером, точнее, да, точно. Где он там с пауком каким-то в космосе тусуется. Говорят, неплохой. Я даже не знаю, как он называется, если честно. Ну и откуда паук вообще в космосе тусуется? Почему большой, почему говорящий? Почему там Бен Аффлек вообще оказался? Кто это Бен Аффлек? Адам Сэндлер. Вот, да. Ладно, давай. Некрополь. Ладно, пойдем туда. Сходим. А тебе не кажется странно, что ты вообще говоришь еще? Действительно, чудеса. Космонавт. А как он в оригинале, интересно, называется? Потому что я не удивлюсь, если знаешь, он называется как-то там, типа, пауки в космосе, а наши привели как космонавт. Или космонавтская братва, или паучья братва, не знаю, через вселенную. Спейсман? Надо же. Я удивлен. В кои-то веки наши переводчики не стали лукавить. А то я просто вот периодически смотрю, что в кино идет, да, какие там фильмы показывают. Столько частей Астрала я не видел, наверное, никогда. Там такие только не придумывают. Просто Астрал — проклятие заброшенного дома. Астрал — проклятие старой бабки. Астрал 10 — возвращение бабки. Боже мой. Сколько можно? А, блин, ты опять живой. Зеленый посох. Нормальная тема. Какой-то ужастик про Николаса Кейджа, по-моему, да? Где он там маньяка играет. Что-то такое тоже слышал. Мне даже на секунду стало интересно. Ну, Николас Кейдж, он может, да, ужасы нагнать. Это вот спорить не буду. Собиратель душ, но я не знаю, оно же не оно. Там про ЦРУ или ФБР, что-то такое, короче. Оно, да, оно, вот, да. Я тоже сегодня в новостях читал про него. Прислужники паука. Паук-жрец, что? Ё-моё, разваливает. Надо будет зелье накупить. Блин, чуть не сдох. Надо осторожнее быть. 25 июля. Ништяк. Еще и отпуск. Вообще поздравляю. Хорош. В чем большие планы на отпуск-то будут или как? Или так просто почелебонишь немножко? Эх, отпуск. Блин, у меня мой недавно кончился, если честно. Но у меня еще один остался. Тоже на 2 недельки, но он где-то в конце лета будет, по-моему, вроде как. Бум. Так, а вот и некрополь, да? Ну, по идее, мы злого паука убили. Да. Давайте к тому пауку вернемся, сдадим квест, наверное. Чтобы не забыть про него. Четверть века, все дела, блин, капец, мы стареем, чувак, на глазах прям. Кошмар какой-то. Сколько можно стареть, вообще не понимаю. Кошмар. Паучин предмет и новый уровень. Я, наверное, на самом деле здесь тормозну на сегодня. Мне еще надо по дому всякую херню совершить и себя в порядок привести. Я еще, может быть, потом под вечер, кстати, запущусь. А, уже вечер. Точнее, это под ночь. Я вряд ли сегодня рано усну. Фу, жесть, жарко. К тому же кошмар, просто надо как-то охладиться, что ли, не знаю, в ванну залезть или типа того.
К нам? Слушай, к нам приезжай, да. Только главное не в сентябре. Потому что в сентябре меня, скорее всего, в городе не будет. Вот у меня командировка планируется вроде как рабочая, жесткая довольно-таки. В Калининград. Белье. Ладненько, дорогие друзья, спасибо, что заглянули. Я еще пока не прощаюсь. И говорю лишь до новых встреч. Будете в Питере, дайте знать. Буду ждать. Может быть, действительно получится пересечь все. Было бы неплохо, я считаю. Пивка попить. Я к тому же бар новый нашел, довольно хороший. Там пиво вкусное, кормят тоже. Замечательно. Так что да. Ладненько, все. Чмоки в шоке. Не прощаюсь. До новых встреч. Пока.